Шахнович Дмитрий Сергеевич, издательский дом «Инсайдер». Журналист. Выстрел сердца сделан с близкого расстояния, но не в упор. Выходного отверстия нет, но, судя по тому, как было расположено тело, выстрел был сделан отсюда. Ныне злобно, врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. Готовят гибель хладнокровно. Так, права, кредитки, это заправка. О! А это что такое? Кассовый чек. Оплачено 18.43 Жуковский. Ты что за Жуковский такой? Наукоград в Московской области. Колыбель отечественного авиастроения. Названа в честь отца аэродинамики Николая Егоровича Жуковского. Угу. И как он из Московской области за час до сюда доехал? В Разуваевке есть Жуковский. Забегаловка называется. Жуковский ранний. Во-во-во! Вот в такие коробки они продукты упаковывают, когда на вынос. А, ну если в Разуваевке, тогда понятно. Это 7 километров отсюда. А почему ранний? Что? Жуковский, почему ранний? Я не знаю. Может, они открываются рано. Я туда за драниками заезжаю. Вкусные драники? Бомбические. Как-нибудь попробуем. А что с телефоном? Запорол. А с... Компьютер тоже. Ну, техникам отдай, нужно посмотреть последние записи, контакты и прочее. Жень, а с персоналом общался? В номер никто не заходил. На записях с камеры наблюдения и с коридора тоже ничего. Видимо, преступник зашел через окно. Я там видел смазанный след. Ну что? Лестница пожарная, с нее на парапет, а с него сюда уже расплюнуть. Внизу следов полно, те же самые, что и в номере. Волокна от одежды есть. С ними нам будет поработать. А пальчики? Пальчиков нет. Он был в перчатках. Значит, камер с той стороны нет. Ходить там тоже особо никто не ходит. Подождите, преступник же мог заранее пробраться в номер. Дождался Шахновича. Застрелил его, а потом ушел тем же путем. Женя, а где машина Шахновича? Он же на машине сюда приехал. Бумажники и чек с заправки. Да, машины нет. То есть как нет? Ну так, нет. Не-не, вот сиди. Ага. Стоянкой для гостей не воспользовался. Запарковался с другой стороны отеля, а там камер нет. Ну, то есть машина засветилась только на выезде. В 20.09. В это время Шахнович уже мертв был. Ну, а кто за рулем тогда? Лица не видно. Непонятно, даже мужчина или женщина. Так, Жень, запроси съемку с уличных камер. Может, получится машину отследить. Надо близким сообщить. И официальное опознание нужно. А близких-то мы не знаем ничего. Ну, значит, утром буду звонить в редакцию. А ты завтра же езжай в эту... Разуваевку? В Разуваевку, к Жуковскому. Расспроси, может, отдельно узнаешь. Окей. Недвижим он лежал и странен был томный мир его чела. Под грудь он был на вылет ранен.
дымясь из раны, кровь текла. Аида Пушкин. Аида сукин сын. Ты знал, что она на самом деле дымится? Кровь? Нет, не знал. Ну да. Откуда бы тебе? Вы знали покойного? Я задам вам несколько вопросов. Господи, а ты-то что здесь делаешь? Тебе здесь вообще не место. Так он, может, и сам не рад. Но ничего не попишешь. Работа такая. Ты же его послал, а вопросы остались. Без комментариев. Уходите. А то вас опять полиция заберет. Думаешь, тут безопаснее? В библиотеке? Ну-ну. Пуля, которая его убила. 9-миллиметровый? Я думаю, 7,62. Возможно. А спорим, что стреляли из ТТ? Паш, что еще можешь сказать? Ну, дорогой покойник был человеком пьющим. Печень увеличена, кожные покровы и глазные склеры имеют ярко выраженный желтоватый оттенок. Из особых примет татуировка в районе левого подреберья. Это из песни. У меня рана в сердце, его жжет чили перцем. Это все заистрелы, что прикажешь мне делать? От разлуки ломает, кончик не отпускает. Я пропал, я зависим, давай снова обисим. Что за песня? О любви. А может, он под эту песню с девушкой своей танцевал? А вообще, может, это парная татуировка? Ну, типа, наша песня. И вот это вот все у него на ребрах, а у нее, ну, на попе где-нибудь. А спорим, что спереди? Паш. Извини. Спасибо, Ром. А ты пулю забери для баллистиков. Ну, без проблем. И я жью чили перцем. Это все твои стрелы. Что прикажешь мне делать? Итак, присыщенный человек из столицы приезжает в глухую провинцию. Приезжает по необходимости и, как он надеется, ненадолго. Ему там адски скучно, и вот от скуки, ну и для того, чтобы местных позлить, он начинает клеиться к чужой женщине, пристает к людям, затевает ссору. Причем ссора совершенно глупейшая, повод выеденного яйца не стоит. Но они уже сцепились, слово за слово, хватаются за пистолеты. Никто их не разнял? Полицию не вызвал? Увы, нет. Ну и что в итоге? Один другого застрелил. Драники заказывали? Наконец-то. Ага. Ну, что у тебя? Опознали нашего потерпевшего по фото. И был он не один. С дамой. А что за дама? Высокая брюнетка. Такая с... Ну, вот с меховой какой-то накидкой. Ну, красивая женщина. Красивая. А поконкретнее? Нос курносый, прямой, глаза карие, светлые, что-нибудь? Все. Ну вот, очки у нее были такие, на пол лица, типа солнечные. Не густо. Какой искать-то?
На, держи. Баллистики подтвердили. Выстрел сделан из ТТ. Все, я, если что, у себя работаю. Отлично. Давай. Жень, составь список всех, у кого в городе есть разрешение на ТТ. Уже делаю. Лик. О. Тут это... Ну, готово, короче. Толич. Интересно, что тут пишут? Ну, в новостях про убийство ничего нет. Кого убили-то? Так, Ленского, Шамарин. Героя романа Александра Сергеевича Пушкина, Евгений Онегин. Так это не убийство, это дуэль из-за женщины. Это даже романтично. Не убийство. Романтично. Иди-ка сюда. Иди давай. Так, значит, вставай сюда. Так, все, стой здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Готов? Что? Что, стрелять готов? Нет? Отлично, я первый тогда. Очень сложно промахнуться с 10 шагов. А тебе сбежать же нельзя, ты их на дуэли. И вот теперь представь, что в любую секунду кусок свинца разорвет тебе сердце. Все. Ты убит, Шамарин. Ну как? Романтичен тебе, а? Данила. Что-то срочное? Мне надо проверить твой пистолет. Где оружие? В надежном месте. А почему тебя вообще это интересует? Вчера вечером в Гранд-отеле был убит московский журналист. По заключению баллистической экспертизы его застрелили из пистолета ТТ. Такого же, как у тебя. Вот оно как. А ты решила, что его грохнул я? Нет. Я ничего не решила. Но ствол надо проверить. Где он? В клинике. В сейфе. В смысле? Я попросил Льва Илларионовича подержать пистолет у себя. Подумал, что так будет надежнее. Ты вообще в курсе, что это нарушение правил хранения? Может, рахуй меня? То придется. И очень надеюсь, что обойдется без уголовной ответственности. Когда ты его отдал? Пару дней назад. Когда понял, что держать его дома небезопасно. Почему? Потому что я хожу во сне. Фамилия журналиста Шахнович? Да. Он мне звонил. Когда? Вчера днем. О чем говорили? Да так, ни о чем. Я его послал. Ты его близко знал? Я его вообще не знал. Мы виделись один раз в день, когда застрелили Кроноса. Я думаю, еще вот такой есть еще, да? Вы знали покойного? Да. Я задам вам несколько вопросов. Не, можно поехать. Да и настроение. Сережа, пойдемте, там потише будет. На открытом. Угу. Сейчас. Что там будет сейчас? Так, вот здесь. Ага, 20 минут. Есть? Ага. Так, готово. Здравия желаю. Ваши документы. Что там, эту посылку смотрели? Да, это они там. Талич Данил Андреевич, вы ранее были знакомы с покойным? Да, мы должны были встретиться. Я опоздал. Это вам повезло.
Будьте здесь, к вам подойдут снять показания. Ваш документ. Да, конечно. Так, здесь. 10. Шахнович Дмитрий Сергеевич, издательский дом «Инсайдер». Журналист. А вы в курсе, что это место преступления? Вам нельзя здесь находиться. А я по работе. Лейтенант! Проводите Дмитрия Сергеевича на выход. Угу. Пройдемте. Собственно, все. Больше его не видел. Твоего друга застрелили? Да. Полковник полиции по фамилии Зинчук, у которого сорвало крышу. Его задержали? Зинчука? Нет, погиб во время задержания. Но если полковник, тогда понятно, почему материалы дела скрыты. Может быть. А может быть, из-за того, что отец Кроноса высокопоставленный в спецслужбах. А принеси мне, пожалуйста, водички попить. Да, конечно. Спасибо. Лик, чего звонила? Алло, Жень. Отправь кого-нибудь в психоневрологическую клинику. Там главврача в сейфе. Пистолет из нашего списка. Проверить надо. Принял. Давай. Держи. Спасибо большое. А как раз мне Шахнович что-то хотел рассказать о деле Кроноса. С чего ты взяла? Он сам сказал. Он по телефону отказался говорить. Назначил встречу в Гранд-отеле в 8 вечера. Я на работе задержалась, пришла в 8:10, захожу в номер, а он там мертвый лежит. Да. Чуть опоздал, человека застрелили. Чего? Не обращай внимания. Ты спросить что-то хотела? Да. Скажи, во сколько ты вчера ушел из библиотеки? Так я не уходил. В смысле? А, в смысле, 8:30 вышел. 8:30 вышел, застрелить я его никак не мог, если ты к этому. Да, если вы знакомы, алиби тебе пригодится. А откуда у тебя ствол? В документах написано, что это наградное оружие иностранного государства. Так и есть. Один чиновник из бывших Кавказских республик, приятель отца, презентовал. В качестве благодарности я для него исследование одно делал. А что за исследование? Психолингвистическое, как обычно, там, частный заказ. Извини. Давыдова, слушаю. Кто? Да, я поняла. Это по делу Шахновича, я им звонила. А скажите, что я через 15 минут буду. А даже так? А хули Витина уже? Все. Все поняла. Ага. Так. Прости, мне надо бежать. А, Данила, ты же из города никуда не собираешься уезжать? Так куда я от вас уеду-то? Хорошо, увидимся. Увидимся. Извините, что пришлось подождать. Не ожидала, что вы так быстро приедете. Меня зовут Давыдова Гликерия Васильевна. Я старший следователь. Климова Дина Михайловна, издательский дом «Инсайдер». О, главный редактор. Мне сообщили сразу же, как только вы позвонили. Не думала, что в Москве так. Как так, простите? Ну, то, что на опознание сразу главный редактор приезжает. Так принято в моей редакции. Наш коллектив фактически семья. Мы зачастую с коллегами проводим времени больше, чем с родными. Специфика работы. Да, я вас прекрасно понимаю. Шахнович с нами со дня основания, так что работа все, что у него есть. Было. У него не было семьи? Нет, никого не было. Его жжет черепенцем, это все твои стрелы. Да. Перезвоню, занята. Прошу прощения. Да, и так. Дина Михайловна, у меня есть основания полагать, что Шахнович приехал в связи с делом о гибели Виктора Кроноса, который он освещал год назад. Вам что-нибудь про это известно? О Кроносе? О, прекрасно известно.
Очередная его конспирологическая теория. Поясните, пожалуйста. Видите ли, основатели «Инсайдера» — люди, близкие к бывшему КГБ, к спецслужбам. Поэтому изначально спецификой издания были расследования. Когда мы только начинали, это было мега популярно. Но времена меняются, теперь читатели интересуют социальные темы, поэтому пришлось менять редакционную политику. А Шахнович? А Шахнович оказался не готов к переменам. Всю жизнь писал о криминале. У него уже, правда, деформация началась. Так бывает у журналистов-расследователей. Видят преступления и заговоры там, где их нет. А в деле Кроноса он тоже их видел? Да, он даже в свое время выпускал репортаж об этом. В тот же день мне пришлось снять материал из номера. Почему? Потому что со мной связались и сообщили, что имя Кроноса не нужно полоскать в СМИ. Из-за его отца? Ну, возможно, мне не сообщили. Просто спустили указание материала удалить, о Кроносе забыть и донести это до Шахновича. Я так и поступила. Но он не успокоился. И затеяла журналистское расследование? Очевидно. Пару недель назад со мной снова связались. Сообщили, что кто-то пытался поднять материалы дела Кроноса. Попросили предупредить Шахновича, чтоб не лез. На следующий день ему сожгли машину. Вы думаете, это как-то связано с его расследованием? Шахнович был уверен, что да. Что вокруг дела Кроноса целый заговор, что его пытаются припугнуть. В общем, все в таком роде. А что за заговор? Он мне рассказывал? Я даже слушать не стала. Почему? Потому что машину сжег сосед. У Шахновича с его женой был короткий, но очень бурный роман. Доказано. Есть уголовное дело, вы можете его запросить у московских коллег. Там все черным по белому написано. И нет, сосед не действовал по указке спецслужб, если вы об этом. Дина Михайловна, а вам Шахнович не сообщал о своей поездке? Нет. У нас свободный рабочий график. Я не требую от сотрудников отчета, куда и зачем они ездят в свое рабочее время. Ну, может быть, у вас есть какие-то предположения? Ну, возможно, чтобы поделиться с вами своей конспирологической теорией. В Москве же это было никому не интересно. Поймите, Шахнович был пьющим, конфликтным человеком, бабником. Периодически ввязывался во всякие истории, из которых его приходилось вытаскивать. Я уверена, он просто связался с не с теми ребятами или не на ту женщину глаз положил. Не ищите то, чего не прятали, Ликерь Вась. Там это, из морга звонили и сказали, все готово. Спасибо, Женя. Ну что, Дина Михайловна, поедемте на опознание. Да! Это мы? С вами все в порядке? Да. Проходите. Вот тут. Это вот, значит, вот. Подпишите. С вами точно все в порядке? Сахар упал. Пойду поем. Спасибо. А можно вопрос? С учетом всего вышесказанного, почему так долго терпели его выходки? Дима был отличным журналистом. Скажите, когда можно будет забрать тело? Охранами займется редакция, перевозку мы тоже организуем, так что... Да, конечно. Да. Где его телефон и компьютер? Я должна их забрать. У нас. Но пока не получится. Не поняла, почему? Это вещдоки по делу об убийстве. Там может быть важная для следствия информация. Вся техника, которой пользовался Шахнович, это собственность редакции, как и вся информация, которая там находится. Мы все вернем, как только закончится расследование. Нет, вы не поняли. Эта информация строго конфиденциальна. Герои наших материалов — это топы, это первые лица. Так что утечки категорически недопустимы. Я обещаю, утечки не будет. Я лично это проконтролирую. Но технику вы забрать пока не сможете. Я вас поняла. Ну, не прощаемся тогда. Скоро увидимся. Конечно, увидимся.
Что делаешь? Смотри. Женя, а разуваевка разве по московской трассе? По нижегородской, что? А то, что по дороге из Москвы туда не заехать. А у Шахновича такие же коробки вчера в номере были. Поехали. Поехали. Куда? Куда? В Разуваевку. Уверена, это она вчера с Шахновичем в Жуковском была. Здорово. Как обычно. А девушки? Капитан полиции Давыдова. Сори. Что будет, товарищ капитан? Скажите, а у вас блюдо только из картошки? Да, концепция такая. Ну, тогда ваш фирменный. Отличный выбор. И кофе крепкий. Наш человек. Отрядом книгу ставил, полку читал, читал, и все без толку. Ты что-то сказал, Данил? Нет, да это я так про себя. Нет. А, Олимпиада Георгиевна, вот, нашел. Переписка Жуковского с Пушкиным, 1903 год. Типография Сытникова. Ну, конечно, нашего Сытникова. Посмотри, какая бумага была раньше. Кстати, у нас в принтере бумага закончилась. Было бы хорошо купить. А, да, да, хорошо куплю. А, до вечера подождет. Я вспомнил, мне в Гранд-отель нужно насчет выставки. Это которую ты к юбилею Сытникова придумал? Да, она сама. Да, конечно, иди. Вирджиния, ты посмотри, да? Ох, какие гравюрки были, а! Что-нибудь еще будет? Да. Вот эта девушка. И что с ней? Вы ее видели? Можно? Да. Слушайте, а на самом деле похоже. Мне кажется, это она вчера с вашим журналистом была. Уверены? Почти. Понимаете, некоторых девушек ни с кем не спутаешь. Вот вас бы я точно запомнил. А таких вот, их же много на самом деле, понимаете? Красивая, модная, а глазу зацепиться не за что. Ну, как артистки в кино. Все на одно лицо. Ваш заказ. И очень крепкий кофе. Спасибо. Очень вкусно. А почему ранний? Жуковский, почему ранний? А, это сорт картошки так называется. Жуковский ранний. В честь ученого селекционера, который ее вывел. Жуковский же самолетами занимался. Насчет самолетов не знаю. Но то, что он сорт картошки ранний вывел, это точно. Жуковский Петр Михайлович. Советский ученый-селекционер. Очень вкусно. Привет, это я. Не, у меня не все хорошо, у меня плохо все. Слушай, тут у них следователь очень принципиальная женщина оказалась. Можешь, пожалуйста, помочь? Отключи своих ребят из конторы. Надо компьютер Шахновича забрать, пока они его не распотрошили под ноль. Да, да, повтори. Спасибо большое за помощь. Да не за что. Очень обращайтесь. Спасибо. Дина? Дина Михайловна. Данил Андреевич. Боже, Даня. Привет. А, привет. Сколько лет, сколько зим. Боже мой. Даня, Даня. Сколько мы не виделись? Лет 7? 8. 8, боже. Да. Последний раз мы с тобой встречались на даче у Кроноса, когда твой отец был начальником Кроноса старшего. Да, точно. Вот. Ну что? Ну что? Какими судьбами в наших Палестинах? Да вот, приехала на опознание нашего сотрудника. Убили. Застрелили прямо в этом самом отеле. Прямо у себя в номере, представляешь? Ну, такие дела. Получается, ты работала с Шахновичем? А, ты в курсе? Ну да, я его главный редактор. Погоди, ты главред инсайдера? Mm-hmm. О. Прошу прощения, можно чай, пожалуйста? Да, конечно. Спасибо. Ну, хотя логично. Там же отцы-основатели бывшие силовики. Не самим же им управлять. А ты окончила журфак, и отец у тебя генерал ФСБ. Да, все так. И папа предложил меня на место главного редактора.
ясно? Ничего тебе не ясно. Это, между прочим, не просто синекура. Я тут впахиваю, как проклятая, сутками. Вся политика издания на мне. И если б я его вовремя не сменила, издательство давно бы уже вылетело в трубу, ясно ли? Дин, я ничего такого не имел в виду. Имел. Все мужики одинаковые. Папина дочка села в кресло главного редактора. А? Много мозгов тут не надо, лишь бы ноги подлиннее, лицо посимпатичнее. Слушай, я правда ничего такого в виду не имел. Прошу прощения, что я надавил на твою больную точку. Я не хотел. Мир? Мир. Прости, я в полном раздрае, на людей кидаюсь. На самом деле, я ужасно рада тебя видеть. Это абсолютно взаимно. Ну, что скажешь? Хорошо бы опознание провести, чтобы этот парень, незакусченный на Климову, живьем посмотрел. Правда, Левитин нам не даст добро, она же неподозреваемая. Да я про картошку. А, картошка – огонь. Скажи, а, вот как в детстве? У меня бабушка такое в деревне готовила, в печке, в чугунке. Как они это делают? У них же ни чугунка, ни печки. Ты чего? Слушай, а ты сам доберешься? А ты что, не водил, что ли? Нет, я в отель. Попробую эту Климову разговорить, пока нам Левитин по рукам не дал. Так давай я с тобой поеду. Не-не-не-не. Я сама с ней, как девушка с девушкой поговорю. Ты все испортишь. Давай. Никита. Знаешь, Даня, что самое смешное? Что? Что я ведь этого Шахновича любила. Идиотка. Мне всю кровь выпила. Я его любила. Понимаю. Не, ты не понимаешь. Я раз 10, наверное, с ним расставалась. Потом прихожу в редакцию, он там. Или домой скотина заявится. И опять по новой. Господи. Ой, наваждение какое-то. Это чувство, Дин. Как говорится, не прикажешь. Я вас люблю. Хоть я бешусь. Хоть это стыд и труд напрасный, и так далее. Прости, Пушкин начитался, на языке вертится. Пушкин, кстати, про чувства понимал. Да. И глупости тоже делал. Да. Потому что где чувства, там и глупости. А знаешь, что я сделала, Даня? Нет. А я тебе расскажу. Я сделала такую глупость. Ужасную. Ну, со всеми бывает. Нет, Дань, нет, это не такая глупость. Это глупость с большой буквы «Г». Я ее сделала. Шахнович этим воспользовался. Поставил меня в безвыходную ситуацию. Счёшь? Ну, честно говоря, не очень. А я тебе объясню. Безвыходную. Потому что это касалось моего отца и его ведомства. Понимаешь? Да, вот так.
Я полагаю, ты к Дине. Прошу. Я хочу задать ей несколько вопросов. Ты, конечно, можешь попробовать. Правда, сомневаюсь, что у тебя это получится. Ой, боже мой. Со мной в последний раз такое было на первом курсе института. О, здрасте. Ну ладно, я пойду. Меня там ждет Олимпиада Георгиевна в библиотеке. Увидимся. Олимпиада Георгиевна. Заведующая библиотекой. Угу. Я не знала, что вы знакомы. А вы тоже знаете Даню, да? Ну... Ну да, ну да. Он наверняка в городе человек популярный. Вы по делу? Да, я хотела задать несколько вопросов. А вы разве не должны меня вызвать к себе в кабинет, составлять протокол, там вот это вот все ваше? Это не официальный опрос. Я просто хотела уточнить некоторые обстоятельства. Ну, присаживайтесь. Я правильно понимаю, у вас ведь с Шахновичем отношения были? Я имею в виду не просто рабочие, а нечто больше. Он же вам дорог был? Гликерия Васильевна, вам не кажется, что такой разговор – это просто неприлично? Я это говорю только потому, что я уверена. Вы же действительно хотите, чтобы убийцу нашли, чтобы он понес наказание? Разумеется. Ну, вот наши интересы же совпадают. А чтобы найти убийцу, мне нужно знать правду, понимаете? В том числе и о вашей вчерашней встрече с Шахновичем. Вас вчера вместе видели. И детали этой встречи могут помочь следствию. Так же, как детали вашего разговора с Таличем. Талич-то тут при чем? А он дружил с Кроносом. И встречался с Шахновичем. Я очень хочу понять, как это все связано. Скажите, вам это все доставляет удовольствие? Что? Копаться в чужом грязном белье. Проверь, муж живой. Сейчас. Не, все, хана ему. Мы искали его тут, вот. Ну да, нашли его, вот. Ну да. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ну что у тебя там, Паш? Да всего полно. Хочешь щебень, хочешь доски, а хочешь вон спортивный инвентарь. Вот пойми, что здесь относится дело, а что нет. Но тело точно перемещали, умер он не здесь. Поэтому надо узнать, откуда сюда свозят мусор. Да откуда угодно. Ну, свалка нелегально. Ну да. Документы есть у него? Да нет, конечно. Сейчас пальчики сниму, пробьем по базе, ну, может, повезет. Здорово. Ну, Жень, ты мне удружил. На нем живого места нет. Тут для того, чтобы прижизненные повреждения от посмертных отделить, сутки надо. Еще двое, чтобы их описать. По нему как танк проехал. Думаешь, ДТП? Я этого не говорил. Ну, а что, логично. Пьяный водитель сбил в темноте. Так-то, если полицию вызывать, это лицем светит. Бросил в багажник, на свалку отвез и концы в воду. Для наезда повреждения нехарактерные. Про танк-то я так, фигурально. Его не сбили, а избили. Очень жестоко. Фактически забили до смерти. Участвовало несколько человек. Направление, сила удара разные. Ага. Такие следы остаются от удара, ну, например, металлической трубой. Отдай в лабораторию. Там кое-где частицы то ли краски, то ли ржавчины. Пусть глянут.
Слушай, ты не видел тут такую штучку? Я тут... О, спасибо. Ой. Да. Да, похоже на краску. Но этим я уже с утра займусь, завтра на свежую голову. Да. Ну что, пальчики проверил? Проверяем. О, есть совпадение. Быков Эдуард Валерьевич, 1990 года рождения. Сотрудник частного охранного предприятия «Рубин». Проходил свидетелем по делу о гибели Русановой НД в результате несчастного случая. Дело закрыто ввиду отсутствия состава преступления. Есть разрешение на оружие. Пистолет ТТ, серийный номер. Так, у меня где-то он проходил уже. По делу Шахновича. Есть! Фу! Ну да, его с ТТ убили. Ну чего сидишь? Звони к Кире Васильевне. Дина Михайловна, ну не состыковка получается. Слушайте, я очень устала, правда. Давайте мы закончим этот бессмысленный разговор. Шахнович был моим подчиненным. Талич мой старый знакомый. Что касается вчера, я не знаю, но вы, наверное, напутали. Я приехала и только сегодня рано утром, когда мне сообщили о смерти моего сотрудника. В городе я не планировала оставаться. То, что я здесь сейчас, это случайно. Извините. Даже. Что? Поняла, еду. Ну, что ж, Дина Михайловна, очень жаль, что у нас с вами не состоялся разговор. Я не прощаюсь. Вас вызовут завтра официально для дачи показаний. До свидания. Я поеду, сообщу жене Быкова, а ты езжай к нему на работу, проверь, на месте ли пистолет. И ребят еще попроси. Жень, ты меня слышишь вообще? А, да, конечно. Все, лечу. Проходите. Что случилось? Присядьте, пожалуйста. Юлия Петровна, с вашим мужем случилось несчастье. И его тело было найдено сегодня ночью, и мне очень жаль. Вы сможете со мной сейчас проехать на опознание? Да, конечно. Сейчас я буду готова через минуту. Быков на смену так и не явился. Хотя его оружия в сейфе нет. Ну, больше мне ничего не известно. Конфликтов у него ни с кем не было. Все его уважали. Да мы сами в шоке, если честно. Только на днях они вам с ребятами планы строили на выходные. Хотели с семьями на природу поехать. А тут такие новости. А с кем именно планы строили? Ну, с Толей Антоновым, с Ваней Бекетовым. Они со школы дружат. Да вон они. Толь, Вань! Идите сюда.
Пообщайтесь вот с товарищем. Здорово, мужики. Здравствуйте. Давай. Что с ним? Похоже на эпилептический припадок. Звоню скоро. Спасибо. Из города пока не уезжайте. Ну, что думаешь? А что тут думать? Урод этот быка завалил. Ну, ничего, я ему устрою инквизицию. Главное, ментов не вмешивать. По-тихому за город выведем. На карьер. На карьер хорошо. Пока снег не найдут. Да даже если найдут, ничего не докажут. Парни, если что, подтвердят, что мы всегда здесь были. В общем, я пока вашу девушку оставлю в отделении. У нее серьезная черепно-мозговая травма. Когда она ее получила? И как? Все как обычно, упала с лестницы. Юлия Петровна у нас за год... Ага, уже 3 раза упала с лестницы. Домашнее насилие? Ну, без заявления все это считается случайными бытовыми травмами. Кстати, последняя совсем свежая. Сутки, думаю, может, чуть больше прошло. Хорошо, что вы сразу ее привезли. Она пришла в себя? Да, мы сняли приступ, сейчас ее переведут в неврологию. Можно я пару вопросов задам? Я ведь уже говорила, что упала с лестницы. Я ужасно неловкая. Поверьте, я очень хорошо знаю, какие травмы женщины получают в результате побоев. И уверена, лестница здесь ни при чем. Вы часто ссорились с мужем? Нет, мы... Очень хорошо жили, и муж меня любил. Угу. А когда вы его последний раз видели? Позавчера он пообедал и уехал на смену. Никаких ссор не было. А вас не обеспокоило, что его почти 2 суток нет? Нет. Муж часто брал дополнительные смены. Так, все, заканчиваем. Юлии Петровне сейчас нужно на КТ. Да, уже ухожу. Последний вопрос. Скажите, а вам знаком этот человек? Нет. Так, Лидочка, еще дозу противосудорожного. Вам пора. Нам нужна срочная информация из компьютера Шахновича. Чем скорее, тем лучше. Как это забирают? Кто? Нет, 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 нет! Так я бегу! Товарищ полковник! Да. Товарищ полковник, ребята из техотдела сказали, что нас забирают компьютер Шахновича. Да, забирают. Этого нельзя ни в коем случае делать. Нам нужна вся информация из его компьютера и телефона тоже. Переписки, контакты, его рабочие материалы. Быкова его узнала, но допросить мы ее пока не можем. Но они знакомы. Пистолет Быкова пропадает. Я уверена, что это все связано с расследованием Шахновича и делом Кроноса. Если у нас будет доступ к компьютеру, мы с легкостью можем... Погоди, Давыдова, остановись. Остановись. Сейчас, в данный момент, компьютер и телефон Шахновича я передаю нашим коллегам с Федеральной службы безопасности. Распоряжение сверху не обсуждается. Климова постаралась, да? Товарищ полковник! Игорь Федорович, ну это же беспредел. Они пользуются своими московскими связями. Они пользуются московскими связями, чтобы тормозить наше расследование. Мы же не можем по первому звонку сразу. Еще раз повторяю, приказы сверху не обсуждаются. Технику забирают, Климова уезжает. Все. Как уезжать? Подожди, ее нельзя отпускать. Она напрямую связана с делом. А что у тебя на нее есть? Ну, ничего? Все, Давыдова. Все. Нет, мы ее можем на 48 часов задержать. Сейчас она у меня в кабинете сидит и пьет кофе. На передачу оформления компьютера понадобится минут 15-20, потом она уедет. Сообразила? Что? Что? Ну, иди, и ты кофейку попей. Да. Давай, давай. Да.
Уезжайте, Дина Михайловна. Да, к сожалению, не могу надолго оставлять редакцию. Дела? Понимаю. Это кто? Быков. Сотрудник местного ЧОПа. Его тело нашли на свалке за городом. Вам приходилось с ним встречаться? Если вы хотите меня опросить, Ликерия Васильевна, свяжитесь с моим адвокатом. Мне запретили вас допрашивать. Угу. Очень хорошие у вас связи. А начальник сказал, что мне нужно попрощаться с компьютером Шахновича и, собственно, с вами. Разумно? Разумно. Вы же не станете пренебрегать распоряжением руководства? Чтобы сбросить вас со счетов? Не получится. Я буду отрабатывать каждую версию всех причастных, пока не найду убийцу. А когда найду, добьюсь, чтобы он понес наказание, даже если у него хорошие связи. А уволит, не уволит меня. Знаете, у меня самая лучшая раскрываемость в отделе. Я не должна с вами разговаривать, даже кофе пить. Юристы не рекомендуют. Я обычно стараюсь прислушиваться к мнению своих юристов. Да, я видела его. Когда мы с Шахновичем встречались на заправке, он там был. В этой вашей картофельной закусочной. Жуковский, mm-hmm. Так вы все-таки там были. Да бросьте вы. Прекрасно вы знаете, что я там была. Мы встречались с Шахновичем по личному делу. А мужика этого я запомнила, потому что он выезд переградил. А почему вы сразу не сказали, что вы в тот вечер виделись с Шахновичем? Это не имеет отношения к делу. А почему тогда сейчас рассказали? Я хочу, чтобы вы нашли этих ублюдков, которые убили Диму. Я верю. У вас получится. Ну, похоже, действительно, не все равно. Дина Михайловна, ваши коллеги ждут вас внизу. Спасибо. Сейчас спущусь. Кстати, вы в курсе, что Шахнович приехал в город на служебной машине? Да, но машину пока не нашли. Во всех редакционных машинах есть кнопка аварийного сигнала. У нас такая работа, знаете, всякое бывает. По запросу из редакции можно определить локацию машины. Она находится где-то вот в этом районе. Я вам ссылку потом пришлю. Я надеюсь, что это как-то поможет в расследовании. Спасибо. И, кстати, ничего не было. Я про Талича. Он любезно проводил меня до номера и отпаивал чаем. Так что все было очень и очень целомудренно. Я, конечно, не следователь, но у вас же на лице все написано. Удачи, капитан. Ну что? Кажется, нас умыли. Похоже на то. Ну, хорошие новости тоже есть. Вот, где-то здесь должна стоять машина, на которую приехал Шахнович. Бери ребят и вперед. Ну, что у тебя, Паш? Одних отпечатков минимум. Три комплекта. На пассажирском сидении и руле кровь. Много крови. Ну, прям как будто били. Плюс волокна, волосы, окурки. В общем, полный дом. Понятно. Кровь в машине Шахновича принадлежит Юлии Быковой. В салоне отпечатки Шахновича, Быкова, ну и его жены. Итак, что мы имеем? Быков, бывший военнослужащий, сотрудник охранного предприятия, человек, владеющий боевым оружием. Оружие, кстати, нашли? Пока нет, ищем. Агрессивен, склонен к насилию, избивавший свою жену. Верно, Гликерия? Да. Так, ну а что друзья, товарищи говорят? Что он в долг не давал и на дни рождения не скидывался. О как, ну... И такой человек... Идеально подходит для грязной работы. Я думаю, Быкова наняли, чтобы он устранил Шахновича, а затем его убрали самого. Это всего лишь навсего теория. А без доказательств и фактов мы ее даже рассматривать не будем, Гликерия. А доказательства, товарищ полковник, у нас изъяли вместе с компьютером Шахновича. Да, может быть, их и не было. Поэтому мы сейчас работаем с тем, что мы имеем. Или с тем, что нам подсовывает Климова и компания. Так, еще раз повторяю. Основная версия – убийство на почве ревности. Из материалов дела мы прекрасно знаем, что Шахнович имел различные любовные связи.
замужними женщинами тоже. И факт остается фактом. Быкова была у него в машине, верно? Да, совпадение генетического материала полное. Вот. То, что Быков избивал свою жену, мы тоже об этом знаем, есть заключение медик. Мне кажется, что если бы Быков узнал о том, что у его жены существует какая-то любовная связь с Шахновичем, да он бы, Ликерий, ты чё? Да он убил бы Шахновича. Грохнул, конечно, скорее всего, он это и сделал. А потом дожидался жену в номере, но она просто туда не пришла, вот и все. Потому что в это время она была в машине Шахновича. Я не думаю, что у Юлии был роман с Шахновичем. Тогда какого черта она делала у него в автомобиле? Но она могла узнать, что планируется убийство, и хотела как-то предупредить его. Сомнительно, сомнительно. Ну, возможно. Факт остается фактом. В машине она была. А потом попыталась уехать. Быков догнал ее. Может быть, и избил в машине. Ну, затем? А затем машина как-то оказалась в лесу, а Быков на свалке. Если Быков ее догнал, наверняка отвез куда-то в безлюдное место поговорить. Мужчины, которые бьют своих жен, они любят так делать. Поиздеваются вдоволь, а потом уже как пойдет. Ну, значит, что-то пошло не так, раз он оказался на свалке, верно? Да, но Юлия Быкова физически не могла убить мужа столь жестоким способом. Вот, посмотрите, экспертиза показала, что Быкова избивала минимум трое человек. Судя по силе и расположению ударов, физически сильных, высоких и, вероятнее всего, мужчин. Мужчин. То есть Быкова могла попросить, ну, либо кого-нибудь из друзей, либо родню. Быкова почти ни с кем не общалась. Друзей не имела, а из родных только бабка двоюродная, где-то за Уралом. Ну, значит, недоброжелатели мужа. Например, коллеги Быкова, которым он в долг, ну, отказался давать, или, ну, на подарок скидываться. Ничего смешного. Причины конфликтов могут быть самые неожиданные. Нет, точно. Во-первых, найдите мне людей, которые когда-нибудь имели на него какой-нибудь зуб. И проверь, кстати, Гликерия, может быть, они как-то были связаны с Шахновичем. Спасибо. Пожалуйста, потом допроси мне жену Быкова. Найдите мне орудие убийства. Потому что без него мы с этой мертвой точки никогда не сдвинемся. Все, идем и работаем. Да, пожалуйста. Спасибо. Лев Ларионович. Лика, здравствуйте. Надеюсь, вы у нас не в качестве пациента. Нет, пока. Я пришла свидетеля опросить. А в этом отделении кого, если не секрет? Быкова. Я бы рекомендовал отложить вопрос на несколько дней. Юлия Петровна не в лучшем состоянии. Мы с ее неврологом сейчас как раз совместными усилиями разрабатываем, так сказать, стратегию лечения. Все настолько серьезно? Весьма. Но она в сознании сможет дать показания? Я сильно давить не буду. У нас просто двойное убийство. Очень жестоко, Лев Ларионович. А Быкова как ключевой свидетель. Ну, запретить вам ее опросить я не могу. Но не уверен, что будет толк. Впрочем, вы сейчас сами все увидите. Прошу вас. Юлия Петровна, в среду вечером вы находились в машине Дмитрия Шахновича. Простите, чей? Вот этого человека. Его фамилия Шахнович. Его застрелили в собственном номере в тот же вечер. А в его машине была найдена ваша кровь и отпечатки пальцев. Скажите, пожалуйста, в каких отношениях вы были с Шахновичем? Как вы оказались в его машине? И куда направились после того, как отъехали со стоянки Гранд-отеля? Простите, пожалуйста, я этого совершенно не помню. А что вы помните из событий того вечера? Среды. Я помню, как мы с мужем пообедали. На обед была грудинка с чечевицей. А дальше, после обеда? Кажется, я вышла прогуляться. Куда? В парк, наверное. Или в лесочек.
наверное, в лесочек. Возможно, это было не в среду, а в другой день. Извините, пожалуйста, у меня в голове немного путается. Лев Илларионович, но она ведь совершенно точно узнала Шахновича на фотографии. Если бы не случился приступ... Но, как вы совершенно справедливо заметили, у Юлии Петровны случился повторный приступ. Она правда ничего не помнит? А, в смысле, не симулирует ли она? Нет, не думаю. У Быковой серьезная черепно-мозговая травма плюс сильный шок. Ну и, как следствие, избирательная амнезия. А второй приступ мог спровоцировать и, да, пожалуй, даже усугубить. Такое случается. Но Юлия Петровна получает необходимое лечение. Я надеюсь, память постепенно будет возвращаться. Когда? А, ну, иногда для этого достаточно пары дней. Иногда нужна неделя. А иногда и месяцы. А может случиться такое, что воспоминания не вернутся? И такое бывает. Но я надеюсь на лучшее. Чего я вам желаю. Хорошо. Буду надеяться на лучшее. И на вас, Лев Илларионович. Всего доброго. И вам. Даниилу привет. Непременно. 4:10:49, когда не в шутку за не мог. 17:18:300 и лучше выдумай не мог. 511 на окон, ну, боже мой. Какая скука. Самарин снова заскучал. Ты чуть со стула не упал. Какое низкое коварство. Ему такое, как лекарство. Ну что ж, мой поклон победителю ученику от побежденного учителя. Ну, а остальные главы прочтете дома. Ну, что, погнали? Погнали. Не отставай. Здрасте. Здрасте. Данил? Все, пацаны, на рампу. О, погнали. Привет. Хорошо, что зашла. Мне надо тебе кое-что рассказать. Пойдем кофе выпьем. Нет, я на работе. Я пришла тебя опросить. Официально. Ого. Ну, хорошо. Спрашивай. Ты был знаком с Быковым? Кто это? Впервые вижу. Посмотри повнимательнее. Может быть, ты его видел с Шахновичем или с Климовой? Я тебе уже говорил, что Шахновича видел один раз в своей жизни. И, насколько я помню, этого мужика рядом с ним не было. Угу. Климова не упоминала про него в разговоре? Нет, она говорила только о Шахновиче. У них роман был, верно? О, да. Его смерть очень сильно ее подкосила. А при чем здесь Быков? Мы считаем, что именно он застрелил Шахновича, и Климова имеет прямое к этому отношение. Дина. Нет, исключено. Она любила Шахновича. Может, поэтому тело Быкова нашли в ту же ночь на свалке? В смысле? Его забили до смерти, Данила. Убрали, как только он ликвидировал Шахновича. Убрали. Ликвидировал. Именно. А зачем? Из-за дела Кроноса. Из-за того, что Шахнович хотел мне рассказать. Он что-то накопал, что-то важное, а его убили. А Левитин требует, чтобы я отрабатывала версию убийства из ревности. Поэтому, Данила, я очень прошу, чтобы ты мне рассказал все, что знаешь. Про Быкова, про Климову. Не она ли отправила Льва Илларионовича в больницу к жене Быкова? А Юлия Быкова очень, кстати, включила амнезию. И непонятно, правда это ли она спектакль разыгрывает. Лик, вот все, что я сейчас слышу, это какой-то казино-роял. Шпионский роман и международный заговор, включающий всех, в том числе Льва Илларионовича. Ну, мы с тобой так договоримся до секретного правительства рептилоидов. Данила, и ты туда же. Шахновичу хотели закрыть рот. Дела подделаны. Теперь спецслужбы забирают его телефон, компьютер, а Климова вовсю топит за версию убийства из ревности. И непонятно, это кто-то ее в темную использует или это она сама. Но очень все складно получается. А тебя это настораживает? Нет! Нет, меня это бесит. Я просто зла, как... Потому что мне наглым образом врут в глаза. Потому что у нас телефонное право порой намного важнее, чем уголовное. Потому что по-хамски
по рукам бьют, и у меня просто, ну, нету у меня возможности, нету отрабатывать версию ФСБ. Поэтому я тебя прошу, не зли меня, пожалуйста. Расскажи мне всю правду. Хорошо. Я расскажу тебе правду, только пойдем кофе выпьем. Ты не пьешь кофе. Это фигура, речь, есть я хочу. А, тогда Жуковский. Ты Жуковского не знаешь? Знаю. Жуковский Василий Андреевич. Русский поэт, учитель Пушкина. Не тот Жуковский. Ранний. Пойдем, там драники вкусно делают. Год назад мне поступил заказ на анкетирование московских силовиков среднего и высшего звена. На предмет лояльности, психической устойчивости и всего подобного. Широко в Москве живут, у нас только медосмотр. И вот среди анкетируемых был один полковник полиции по фамилии Зинчук. Тот самый, который застрелил твоего друга? Тот самый. Я когда результаты его анкеты получил, я, честно говоря, ахнул. Сразу же написал докладную руководству. Там по всему получалось, что он в таком состоянии, что еще немного пойдет по людям стрелять налево и направо. Но я рекомендовал его отстранить от службы и направить на дополнительное медицинское обследование. В тот день мы договорились с Кроносом встретиться на теннисном корте в 7 часов. А мне с утра подкинули интересную работу, и я весь день прокопался, совершенно потерял счет времени. Когда приехал, твой друг уже был мертв. Я не знаю как, но Зинчук увидел мою докладную, устроил скандал, орал, что пристрелит меня, как собаку. Каким-то образом узнал, что я буду на теннисном корте, но, в общем-то, это уже не важно. Зинчук ворвался, начал палить без разбору, и только потом уже понял, что это не я. Но... так или иначе, получается, что Кроноса убили из-за моего опоздания. Ты поэтому в клинике лежал? Я до сих пор принимаю таблетки, чтобы уснуть. Я думал, что больше никогда не смогу работать по профессии. Поэтому и устроился к вам, библиотекарем. И он, короче, вообще ни в какую. Вот, для центра возьми вот этот ключ, ты чё? Угу. И... все, пацаны, давайте, я закрываю по домам. Пока. Угу. До завтра. Ну что, погнали? Погнали. Если Шахнович нарыл что-то новое по делу Кроноса, если была какая-то другая причина смерти, а не мое опоздание, то я первым бы хотел это знать. Понимаю. Но Шахнович ничего не нашел. С чего ты взял? Дина сказала. Ну что Шахнович мог накопать? Ну, это же ФСБ, да. Но если какая-то информация попадает журналистам, это пустышка. Или сознательный слив. Ну, тогда сливали бы не рядовому корреспонденту. Не. Ну, там или папе. Так что все эти бредни Шахновича, все, что он там напридумывал, все пьяный алкобред. А, собственно, что он там напридумывал-то? Что полковник полиции Зинчук застрелил Витю Кроноса, потому что он был наркодилером. И подсадил сына этого полкана на наркотики. А Кронос старший замел дело под ковер. Ага, потому что сам крышует наркотрафик. И чуть ли не гонит кислоту в подвалах Лубянки. Ну, бред. Ты в
веришь ей. Слушай, она такая пьяная была, что врать попросту не могла. Что у трезвого на уме... То у пьяного на языке, да. Расследование Шахновича — полный бред. И убили его, скорее всего, из-за женщины. Так что Дина права. А зачем она тогда приезжала и почему врала, что не виделись? Ей нужно было взять у него запись, которой Шахнович ее шантажировал. Черт. Парни, телефон забыл. Давайте. Давай. Нет, надо сходить, что там. Как-то раз в постели Дина Шахновичу наболтала лишнего про дела ее отца. А отец у нее важная шишка, это знаем. Шахнович все это дело записал, потому что у него диктофон всегда был под рукой. Угу. И в очередной раз, когда Дина пыталась с ним расстаться, да еще и уволить из редакции, он пообещал эту запись публиковать. Ух ты, что тогда понятно, почему она как ушла сковородки вертелась. Они встретились, поговорили, Шахнович записи отдавать отказался. И пока Климова думала, что делать дальше, Шахновича убили. Адина задействовал все свои связи, чтобы достать компьютер Шахновича, на котором был тот самый аудиофайл. Ну, получается, я ошиблась, а Левитин был прав. И это расследование вообще ни при чем. Получается, Быков убил Шахновича из ревности. Осталось найти, кто убил Быкова и куда делся его ствол. Держу, открывай. Тормози! Навалим, сейчас народ набежит. Надо все рассказать. Ты же ничего плохого не сделал. Ты инспектору это объясни. Там вот такая вмятина на тачке, и хозяин это увидел, заяву накатал. Чё? Да ничего, ты что, у меня условка-то забыл, Никитос? Данил Андреевич! Не, не смей. Тут у Шамарина проблемы. Короче, дело очень плохо. Вот так. Контакты Быкова проверил? Да, проверил. Не было у него никаких серьезных конфликтов. Вот никогда не поверю, что у такого, как Быков, не было ни с кем конфликтов. Щи, драки, стычки, ссоры. Может быть, сигналы в полицию были? Ну, не было ничего. Он один раз в полиции засветился, и то проходил свидетелем по делу Русановой. Ты дело поднял, проверил, да? Поднял. Ничего особенного. Несчастный случай. По пьяни упала с третьего этажа, свернула шею. Все. При чем тут Быков? Учёпа. Был договор на охрану здания, где она погибла. Ну, слушай, не веришь? Сама посмотри. Вот, надеюсь, это поможет. Алкидная, быстро сохнущая грунт эмаль по металлу. Ухра 1501. Цвет аквамарин. Частица краски на теле Быкова, помнишь? Помню. Ну, вот это вот. Грунт эмаль. Цвет аквамарин. Ясно, Паш. Применяется для антикоррозийной обработки металлических труб, стоек. Используется для сборной металлических конструкций. Допустим, для спортивных трибун, рамп для скейта, строительных лесов, декораций. Ну, в общем, много где. Угу. Лучше бы они мало где использовались. Ну, не так-то уж у нас в городе и много спортивных трибун. А строительных лесов? Ну, по крайней мере, мы знаем, где искать. Паш, спасибо, помог. Спасибо, Паш. Пожалуйста, обращайтесь. Помог так помог. Данила, привет. Вы ко мне? Привет. Нет, мы с Шамариным к его инспектору.
А что случилось? Да вот Стас человека из беды спас, на него заявление написали. Пришли разбираться, восстанавливать, так сказать, справедливость. Угу. А что за человек, которого ты спас? Паша. Ну, Русанов. Он нам скейт помогал прокачивать. Русанов. Скейт. Оба за мной, с инспектором я сама разберусь. Да проверял я дело Русановой. В чем проблема? А ты не заметил, что там показания все как под копирку? И отчет составлен задним числом. Просто закрыли дело, как несчастный случай, и все. Ты что, проверяла за мной, что ли? Слушай меня, если из-за твоего косяка мы упустим преступника, я на тебе рапорт подам. Поехали. Куда? Брат Русановой. У него мастерская, он помогает молодежи скейты прокачивать. А вчера приятели Быкова у него были. Сестра встречалась с Быковым. Недолго, пару месяцев всего. Сволочь. Надя с ним порвала, а через два дня ее со сломанной шеей нашли. Я тогда по контракту служил, далеко был. Вернулся, через год только поговорил с матерью, с ребятами на районе, ну и нарисовалась картинка. Вашу сестру убили? Мне сказали, что она пьяная была. Только вот Надя никогда не пила. И на стройке ей ночью нечего было делать. На какой стройке? Там, где ее нашли. Подождите. В деле написано, ваша сестра упала с третьего этажа нежилого здания, которое находится по адресу Московское шоссе 5. Так и есть это. Недострой за мостом. Не могла Надя сама туда пойти. Быков ее убил. А дружки его прикрывали. А дело слили, потому что тогдашний начальник полиции, начальнику ЧОПа, роднёй был. Вот и отмазал их. Теперь уже ничего не докажешь. Я пытался. Только в итоге Быков узнал. Ноги переломать грозился, если я еще раз полезу. И вы решили разобраться с ним самостоятельно? А какие варианты? Начал планировать операцию, наблюдение. В тот вечер я следил за домом Быкова. Дальше? Быков выгнал машину, видимо, хотел следом поехать. Только колесо пробил, там на выезде яма. Достал мобилу, начал названивать кому-то. А минут через 10 дружки его приехали на внедорожнике. Антонов и Бекетов? Да, они. Он сел к ним в машину, уехал. Я на работу вернулся. Весь вечер был здесь. Ребята подтвердят. Смотри, вот недострой, где погибла Русанова. Угу. Учёба на этот объект договор. Тут нашли машину Шахновича. А вот здесь свалка, где было тело Быкова. В получасе езды от недостроя. Паша как раз что-то про стройку говорил. Ну чё, по словам прораба, позавчера здесь были строительные леса. А, ну тогда все сходится. Смотри, следы крови, которые могли появиться, если кого-то сбросили с высоты нескольких этажей. То есть Быкова избили и сбросили? Думаю, нет. Такие повреждения он мог получить, если при падении он несколько раз ударился о леса. Слушай, а если здесь стоял грузовик со строительным мусором? Тогда он упал прямо в кузов. А водитель, ну, вряд ли интересуется, что он там на свалку отвозит. Конечно, увез и увез.
Ну чё, где? О, Паш! Мой? Молодец! Ты нам убойное дело раскрыл. Ну, как я и говорил, ТТ. На оружии, из которого был застрелен Шахнович, отпечатки пальцев Юлии Быковой. И настройки ее следы. Она главный подозреваемый в деле о двойном убийстве. Лев Фларионович, я просто обязан ее задержать. В том случае, если ее физическое состояние позволяет это сделать. Вот заключение ее лечащего врача. Юлия Петровна должна остаться в стационаре. Ну, разумеется, ваши сотрудники будут дежурить возле ее палаты. А я попрошу, чтобы им не забывали приносить кофе. Поговорить-то я с ней хотя бы могу. Вы говорили, у нее прогресс. А, да, конечно, конечно. Юлия Петровна действительно очень хорошо восстанавливается. Пойдемте. Юлия Петровна, вы собирались уйти от мужа, верно? Откуда вы узнали? Я заглянула в ваш чемодан, там только женские вещи лежали. Ну, собиралась к бабе Тоне, там закрытый город. Въезд только по пропускам. Он бы меня не нашел. Но Быков узнал о ваших планах. Убить хотел. Просто повезло, что этот журналист мимо проезжал. Он сказал, что в гостинице встречается с одной женщиной из полиции, что можно будет все рассказать, что меня смогут защитить. Предложил подняться, подождать там. Но вы отказались. Почему? У мужа много знакомых. Могли узнать, донести ему. Наверное, в какой-то момент я отключилась. Да, а потом увидела мужа. Я уже почти выехала за город, но тут они меня догнали. Кто они? Муж с его приятелями. Он меня избил, потом отвез на стройку. По дороге я в красках рассказывала, как он убил этого журналиста. Говорил, что никто не смеет влезать в его отношения с женой, что он теперь сам решит, что со мной делать. Захочет, убьет. И ничего ему за это не будет. Юлия Петровна, а вы помните, что происходило на стройке? Да. Быков ускользнулся. Там на ступеньках был лед, он не заметил, чуть не упал, выронил пистолет. Пистолет отлетел прямо мне под ноги. А что было дальше? Я его застрелила. Вы застрелили Быкова? Да. Подняла пистолет, выстрелила, он упал. Я не видела, куда. Там на этаже не было ограждения, и я побоялась подходить к краю. Голова сильно кружилась. А пистолет? Выбросила где-то на стройке. По пути к машине машину в лесу оставила. Домой решила идти пешком, но меня кто-то подвез, не помню кто.
Слушайте, скажите, это нормально, что я совершенно не переживаю? Я же убила человека. Я ведь должна что-то чувствовать, а я ничего не чувствую. Юлия Петровна, вы никого не убивали? Нет, нет, я точно помню, как я выстрелила. Вы промахнулись, а ваш муж погиб в результате падения с высоты. Несчастный случай. Я буду квалифицировать это дело именно так. Да-да. Здравия желаю, товарищ полковник. Привет. Ну что, нас можно поздравить, да? Сразу два дела можем закрыть, и Шахновича, и Быкова. Молодец, молодец, садись. Ну, как я и говорил, никакой конспирологии. Убийство на почве ревности, да? Ну и несчастный случай. Да, несчастный случай, лучший друг несчастной женщины. Спасибо. Сама придумала? Нет, это из книжки. Интересная книжка, надо будет почитать. Ну, так что ты сидишь? Иди, отдыхай, наслаждайся жизнью. Ну, подождите, а задержанные Антонов и Бекетов, их же опросить надо? Допросили уже и отпустили. Как отпустили? Вот так? По подписку о невыезде. А что мы можем предъявить? Что, они Быкова до отеля подвезли? Так это у нас ненаказуемо. А нападение на Русанова? Так они говорили, что это он на них напал. Да, ты представляешь, возьми да напади. Оскорблял, унижал, потом к действиям перешел, клялся убить. А они опа, и самооборона. Самооборона, вы серьезно? Абсолютно. Серьезнее не придумаешь. Русанова у нас с тобой в этой ситуации. Какая статья грозит? 119. Верно. 119. Поэтому в лучшем случае примирение в досудебном порядке. В досудебном порядке. Вот вам домашнее чтение. Так, книги через неделю обратно в библиотеку вернуть. Ясно? А пока наслаждайтесь, просвещайтесь, впитывайте знания. У тебя Олег вещь. Можно я почитаю? Я хотела как раз Олега, чтобы не досталось. Я просто... Так, ну что случилось там у вас? А можно мы с Воронцовым поменяемся? А чем тебе маленькие трагедии не устроили? Я хотел почитать про вещи у Олега, как он собирался отомстить неразумным татарам. Шамарин, хазарам, неразумным хазарам. Не путать с татарами, это совсем другое. Ну, хазарам, какая разница? Вот какая разница, мы с вами поговорим на следующем занятии. «Игру престолов» смотрели? Да. Книги читали? Да. Так вот, я вам расскажу о настоящей «Игре престолов». Татаро-монголы под предводительством хана Батыя против князя Смоленского. Джордж Мартин, по сравнению с автором этого бестселлера, просто дитя малое.
Для какие люди? Толян, ну что ты залип? Это из-за нее нас полдня ментовки выражили. Пройти дайте. А ты что? Что ты нам сделаешь? Мужиком своим, командой. Да откуда у него мужик? Ты посмотри на нее. Все хорошо? Данил, не связывайся с ними. У вас вопросы какие-то к моей подруге? Знаешь его? Мужик, ты кто? Библиотекарь. Пойдем, Толян. Я бы мне про него рассказывали, он псих. Библиотекарь. Пойдем, пойдем. В порядке все? Да. Да ну противно просто. Этим отморозкам место на зоне, а я их посадить не могу. Закрыли тему. Ты как там? Тебя искал. Пойдем, прогуляемся. Куда? Пойдем, пойдем. Так, где-то здесь. О, вот, пойдем. Пойдем. Я тут кое на что наткнулся. Ага. Хотел тебе показать. Так, осторожно вот здесь. Ага. Вот. Что это? На птицу похоже. Это ворон. Ханская печать, 13 век. Старая какая. Да. Подожди, а что за ханская печать? Тут же православный монастырь был. Ну, все правильно. По легенде, здесь захоронен князь Роман Всеславский, который погиб при взятии города татаро-монголами. Серьезно? Я не знала. Да. И город татарами был полностью разграблен. Но хан настолько впечатлился храбростью князя, что велел похоронить его по православным обычаям. А сверху над захоронением оставил свою личную печать, которая служила охранным знаком. Надо же. А почему ворон? Ну, считается, что ворон охраняет границы Нижнего мира. И если, например, шаману нужно поговорить с духами, то он превращается в ворона. А. Только не говори, что ты вот во все это веришь. Ну, главное, чтобы они сами во все это верили. Я тут на днях планирую зайти к Плетневу в музей, расспросить про печать. Может быть, есть какие-то документы у них? Я думаю, должны быть. Ну, а вот это, кстати, не факт. Оказывается, что тема татар-монгол у нас весьма непопулярна. Я тут начал готовиться к занятиям, и выяснилось, что литературы по татар-монголам фактически нет. Как нет? Ну, вот так. Есть только летописи 13 века про захват Рязани и Смоленска, и несколько советских романов про Чингисхана и Батыя. И на этом, собственно, все. Странно. Mm-hmm. Данил, мне пора. Уже? Mm-hmm. Спасибо за экскурсию. Пожалуйста. А! Держи. А это что? Шахнович в тот вечер отдал свою куртку Быковой, а в кармане флешка лежала. Это его расследование по делу Кроноса. И я должна ее прикрепить к делу как можно скорее. Давай. Кира Михайловна. Да? Там мужик масло в чай положил. Еще посолил сверху. Ну и чего? Ты тут еще не такое увидишь. Иди работай. Да иду, иду. Тебе надо. Может, ты все сказала? Мужики, вы не видели, там с вами сидел такой шапкой, очень странный чувак.
Эй, эй, все, заканчивай. Фестиваль этот народов севера. Дальнего Востока, Даня. Это бубен Нижнего мира. Сейчас будем мертвых вызывать. Так и вызывать не надо. Тебе никогда ничего не надо. А мне к Шахновичу вопросы. Например, какие? Например, почему он меня записал в наркодилеры? Добрый вечер. С чего ты взял, что я подсаживаю молодежь на наркоту? Да, оставь ты его в покое. Мне интересно, Дань. Тебе-то понятно? Пофиг. Не тебя в дерьмо окунули, а мне важно знать причину. Ты читал, что он понаписал про меня в своем так называемом расследовании? Причина простая. Он видел тебя в ракете. В клубе? И что? Там тусуются дилеры. Да брось! Ракета — прелестное местечко, там всякого народа полно. Мы с тобой там тоже тусовали. Забыл? Да, но тебя он видел там с Эдгаром. С Мамедовым? Да. А месяц назад Эдгара приняли с полным багажником спидов, и светит ему теперь лет 15. Но ты же тоже знаешь Мамедова. Почему я наркодилер, а он нет? Потому что у Шахновича богатое воображение. И он в курсе, что твой отец из органов. И по его мнению, они крышуют наркотрафик. Ты правда так думаешь? Примитив. Это все равно, что если у тебя пистолет, то ты рано или поздно кого-нибудь убьешь. А что, Дань? Ты бы смог убить человека? Господи, Леонид Андреевич, ты-то здесь как? Я это захожу, это, блядь, вот этот вот, я не знаю, что это. О, Господи. Что творилось воздыхание и печаль по всем властям. Об этих же злых татарах не знаем, откуда они пришли на нас и куда опять делись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ты сейчас что делаешь, Данил Андреевич? Пытаюсь понять, сон это или нет. Может, он еще жив? А? Вызывайте полицию. Олимпиада Георгиевна. Простите, а что здесь произошло? Да хватит уже. А вы что, не знаете? Да. Слушай, друг наш. Да. Так, значит, на кистях и лице следы свежих ссадин, ударов, других повреждений при первичном осмотре не обнаружено. В помещении библиотеки отсутствуют следы борьбы, отсутствуют следы волочения тела. Так что получается, он сам сюда пришел и помер, что ли? Без скрытия сложно сказать. Может, он напился до смерти? Да не похоже. Алкоголь почти не чувствуется. Олимпиада Георгиевна, а как он мог попасть в библиотеку? Вы же сами говорили, что лично на ночь включаете сигнализацию. Включаю. Но есть же еще задняя дверь. Она не подключена. Как это так? Ну, мы ее отключили. Из-за Баранова. Баранов – это мой предшественник. Меня взяли на его место библиотекой. Да. Но он курит, понимаешь? Нет. Господи.
Баранов. Выходил покурить. Забывал выключить сигнализацию. И приезжали, ну, эти, как их? В неведомственную охрану. Да, она. Нам всем надоело, и мы решили, надо отключить сигнализацию на задней двери. А Баранов? Что? Умер осенью. Потому что вот из-за сигарет своих, этих дурацких. Спасибо, Олимпиада Георгиевна, спасибо. Паш, нужно заднюю дверь проверить. Да, хорошо. Студенческий в кармане у него был. Какая фотка плохая и печать на пол лица. Савушкин Антон Иванович, ветеринарная академия Усть-Ордынского Бурятского Бурятия. Это на границе с Монголией. Не ближний свет. Деньги, телефон. Ничего не было, только вот это. Статуэтка Будды? Ага. В Бурятии буддизм распространен, мог с собой привезти. Не в кармане же. Что еще? Билет на электричку Китежская, Всеславск, Южный и обратно. Куплено в 15:25. На станции Китежская. Это примерно час по железной дороге от города. Да. Да, да. Савушкин Антон Иванович из Бурятии. Отлично записываю. Диктуйте. Китежская, Центральная, 8. Катилова Лариса Юрьевна. О, Центральный дом 8. Оно? Оно. Хозяева! Хорошо, что вы пришли. Я ведь и сама в полицию-то собиралась. Племянник ночевать не пришел. И дозвониться до него не могу. Ой, ведь всю ночь не спала. Я ведь что думала-то? Ну, может, загулял. В городе-то сколько развлечений. А потом думаю, может, обидела, чем я его. Это вещи вашего племянника? Да, его. Посмотрю. Он как вчера утром-то приехал, чемодан-то побросал и в город, в академию. А что за академия? Сельхозхозяйственная. Он в Бурятии на ветеринара учится. Вот. И во Всеславск хочет переводиться-то. Я что, волнуюсь-то? Ну, как бы ни случилось, что он ведь первый раз в городе-то. Ой. Ой. Лариса Юрьевна, вы не часто общаетесь с племянником? Один раз видела. Ему 3 годика было. Его Ваня, брат мой покойный, ну, отец Антошки-то привозил с роднёй знакомиться. А мы поругались сильно. Ну, они быстро уехали. А потом мам-то Антошкин я только на Ваниных похоронах видела. И скандал-то жуткий вышел. Вот и все с того времени-то и не общались. Из-за чего случился скандал? Ой, они на похороны шамана привели. Устроил он танц-то с бубнами. Это, понимаете, Вань-то он инженером был, интеллигентный. Они этого старика в шкурах-то привели. И давай оргии устраивать. Это чересчур. И с тех пор вы племянника не видели? Нет. А вот пару месяцев назад Антошка мне письмо прислал, да, что сюда-то приезжает. А одет-то ваш племянник во что был? Ой, чудно так. Вот в это, как халат бурятский с мехом и шапка еще меховая, такая лохматая, с хвостом. Лариса Юрьевна, скажите, пожалуйста, вам вот эта вещь незнакома? Не видели ее у своего племянника? Ой, а дай-ка мне очки-то. А? Нет, нет, не видала. Вы уж его найдете, да? Может, мне заявление какое написать надо? Лариса Юрьевна, вам нужно сейчас будет проехать с нами. Олимпиада Георгиевна, вам помочь? Нет, спасибо. Я
сама, Данил Андреевич. А вы что-то ищете? Угу. Послание. Какое послание? Что-то важное. Этому же должно быть какое-то объяснение. А объяснение чему? Ну, послушайте, зачем он посреди ночи залез в библиотеку? Этому же должно быть какое-то объяснение. Нет, я понимаю, если бы человек пошел грабить ювелирный магазин или кассу. Альбиат Георгиевна, нас не грабили. Но мы же с вами все проверили, ничего не пропало, все на своих местах. Вот именно. Значит, должно быть какое-то другое объяснение. Я уверен, что записки никакой нет. Полиция здесь все очень хорошо осмотрела. Ну, а если бы была записка, они бы обязательно ее нашли. А если они что-нибудь пропустили? Хорошо. Давайте тогда вместе еще раз посмотрим, если вам так будет спокойнее. Знаете, я в одном фильме видела, посланиями через библиотеку обменивались шпионы. Они оставляли друг другу записки как раз в книгах. Я практически уверен, что это был не шпион все-таки. Да я тоже уверена. Но просто я голову сломала, зачем я сюда залез. Это хороший вопрос. Ой, Антон! Антон, это же я! Давай, выводи меня. Антон, дверь. Ой, Антон! Антон! Мать? Тетка, там сложности. Понял. Ну, что тут? Так, приблизительное время смерти между 22 часами и полуночью. Причина смерти – обширное внутреннее кровоизлияние. Токсикология чистая, наркотических препаратов нет, выявлено небольшое количество алкоголя. Короче, ничего интересного. Массивное посттравматическое кровотечение в брюшную полость в результате тупой травмы живота и разрыва правой доли печени. Причина этой травмы что могла быть? Сильный удар. Скорее всего, в драке. В библиотеке никаких следов драки. Ну, значит, в другом месте. А время какое, можешь примерно сказать? Ну, где-то между 8 и 9 часами вечера. Где-то в этом промежутке. Погоди, а это что? Вот тут. Повреждение сосудов мозга, соединительных тканей, нервных волокон. Тоже в драке. Это после инсульта. Какой инсульт? Ему 23 года. Венозный. Ты разве не знаешь, что сосудистые события с каждым годом молодеют? Это ты еще легко отделался, практически без последствий. Ни тебе паралича, ни выраженных мышечных контрактур. Ну так, немного асимметрии и, возможно, тик. Вон, смотри. Видишь, шею дергает? Угу. Понеси в ориентировку. Уже внес. Угу. А фото в ориентировку, надеюсь, не со студенческого взял? Нет, ну, Лик, я что, дурак, что ли, по-твоему? Ну, взяли посмертное фото, убрали синяки в фотошопе, да и все. Ну, хорошо, хорошо. Это съемка видеонаблюдения с бульвара. Он там был в 22:05. Увидел патрульную машину и завернул ворота. Ну, по крайней мере, знаем, во сколько он в библиотеку пришел. Ну, это прекрасно. Но нужно понять, где он был до библиотеки. И кто его так избил, что он через 3 часа умер. Звонил в сельхозакадемию? Да, в учебной части говорят, что про Савушкина ничего не слышали, а охранник говорит, такой не появлялся. Фу, то есть, получается, или он тетке наврал, что туда поедет, или он до тут не доехал. Будем плясать от станции. От какой станции? Всеславская, Южная. Докуда у него билет был? Ну да. Значит, ты поезжай туда, опроси сотрудников, таксистов. Обязательно бабушек, которые пироги продают. Может, кто что видел. Сделаю. Я как раз собиралась к вам в библиотеку заехать. Как Олимпиада? В порядке? Не уверен. Боюсь, еще немного, она решит, что у нас в библиотеке спрятана либерия Ивана Грозного. И, собственно, что Савушкин за ней приходил. Все настолько плохо. Ну, она страшно нервничает. Вот у меня... За сладким отправила. Даже так? Угу. Данила, можно тебе попросить расклеить на видных местах? Ну, вдруг его кто-то видел. Я, конечно, это не рассчитываю, но мало ли. Ну,
давай я орлам своим раздам. Они много с кем тусуются, пусть поспрашивают. Спасибо большое, очень выручишь. А то от тетки Савушкина толку ноль. Она понятия не имеет, с кем он общался и куда он мог пойти. Если бы он местный был, я бы знала, где его искать, у кого спросить. А так я понятия не имею, куда мог пойти парень из Улуса, которого воспитывал дед Шаман. Шаман? Угу. И, на самом деле он работал ветеринаром на звероферме, но местные его считали все шаманом. Ну, тетка Савушкина так сказала. Вот. Ну и поеду я сейчас с Буддой разбираться. А ты что пришел? А, я подумал, что ты с утра ничего не ела, поэтому я вот заскочил, взял тебе перекус. Держи. Ну все, увидимся. Приятного аппетита. Спасибо. Ну, это латунное литье, полагаю, второй половины прошлого века. Думаю, не позднее середины 70-х. Она представляет какую-то ценность? Для коллекционеров нет. Это серийное производство, ширпотреб. Больше 3-4 тысяч за нее никто не даст. Угу. А если ее использовать как предмет культа? Вряд ли. Это даже не каноническое изображение Будды. Так, сувенир для любителей ориентальной экзотики. Ничем не примечательная вещь. Если вас интересуют предметы культа, то я могу показать вам кое-что действительно любопытное. Спасибо, Валерий Христофорович. В другой раз обязательно. Ловлю вас на слове. Надеюсь, мы скоро увидимся. Мадемуазель! Вот мужчина. Седина в бороду без ребру. Знакомая вещь? На прошлой неделе одна женщина точно такую же приносила на оценку. Женщина? Не молодой человек? Нет-нет, совершенно точно женщина, пожилая такая. А вы не могли бы описать, как она выглядела? Или, может быть, она имя говорила? Так у меня ее имя и телефон в гроссбухе записаны. Вам найти? Было бы здорово. Минуточку. Вот. Окунева Татьяна Ивановна. А вы не могли бы ее имя и номер на бумажке написать? Да, конечно. Спасибо. Спасибо, что посетили нас. Приходите к нам еще. Скоро будут новые товары. Ты что вытворяешь? А что, я просто помочь хотела. И поэтому раздаешь сведения о клиентах, кому попало? Так это же не кто попало, вы сами сказали, она из полиции. Именно! Из полиции! От полиции, дорогая моя, надо держаться подальше, и рта лишний раз не раскрывать. Иначе не успеешь оглянуться, как тебя обвинят во всех грехах. Простите, Валерий Христофорович. Запомни, раз и навсегда, с ними надо держать себя вежливо, лояльность проявлять, но упаси тебя Бог откровенничать, если не хочешь нас под статью подвести. Поняла? Поняла. Вот умница. Хорошо. Кто-то есть. Где? Там. Он за мной следил через окно. Мужчина. А я вам говорила, этот человек в шапке не так просто в библиотеку приходил. Они здесь что-то ищут. Данил Андреевич, ты куда вы? А если это преступник? Все, сейчас, секундочку. Ну, там никого нет. Уверен? Да, абсолютно. Ну, это мне показалось? Нет. Может, конечно, не показалось, но... Ну, абсолютно точно. Данил Андреевич, я видела там мужчину. Ребят, после того, что было сегодня утром,
Еще не такое может показаться. Да. А давайте я вам ромашки заварю. Ромашку? Ромашку. А ромашка — это хорошо. Да. Давайте. Давайте. Вы к Татьяне Ивановне? А, здравствуйте. Да, я к Татьяне Окуневой. Здрасте. Так ее нет. Она в Подлипке к уме уехала. А когда она уехала? Дня два как. А следы свежие? Среди бела дня. Не говори, я вообще не теперь боюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, давай. Ну, что скажешь? Ограбление? Ну, скорее всего. Смотри, все верно, перевернуто. Явно искали какие-то вещи ценные или деньги. Но что-то пошло не так. Кстати, соседка Окуневой сказала, что та была в отъезде, собиралась вернуться только послезавтра. Ну, выходит, раньше вернулась. Выходит, вернулась. Вернулась. И пошла себе спокойненько отдыхать с дороги. Постель вся помята. Я думаю, она спала, когда к ней вломились. А грабитель вошел через заднюю дверь. Думал, что никого нету. И начал спокойно шарить по вещам. Погоди. Или грабители. Ну да. Не могли же они с Окуневой друг другу поубивать? Не могли. Грабителей было двое. Да, и у двери две пары следов. Да. Окунева спала, проснулась, услышала шум, вышла и наткнулась на нож. А дальше у них случилась ссора, ага. Потом драка, один другого пырнул ножом. Я думаю, что подельник убил тот же парень, который порешил старушку. Ну, рады идентичны. А орудие убийства? Это эксперты скажут, но, судя по ширине и кромке раны, охотничий нож. Ну, правда... Нигде в доме я ничего подобного не видел. Ну, я думаю, убийца забрал орудие с собой, а потом скинул его где-нибудь. Точно. Что у тебя, Жень? Соседка подтвердила. Статуэтка Будды, которую у Савушкина в кармане нашли, принадлежит хозяйке дома. Ее брат еще в советские времена ездил в Монголию, строил там что-то по советской этой линии международной. Ну и привез оттуда статуэтку и еще кое-какие предметы. А что за вещи ты список составил? Не, ну... Что, меня совсем, что ли, профнепригодным-то считать? Составил, конечно. Пожалуйста.
Жень, ну вот как курица лапа, ничего не понятно. Ну, руки замерзли. Так. Одеяло верблюжье. А, я его видел. Вот оно. А, не взяли. Так. Этнический бронзовый чайник. Есть такое? О! Вот. Под номером 6. Скатерть. Скатерть ярко-голубого цвета с золотыми лилиями и слонами по углам. В центре женщина в короне. А, я такого не видел. Ну, скатерти нет. Может, в стирке? Нет, ну, слушайте, у Окуневой брать было нечего. Соседка говорит, накоплений у нее не было. На дом постоянно жаловалась, что надо чинить, а денег нет. Она, кстати, может быть, Буду, поэтому скупку и понесла. Угу. А он, оказалось, почти ничего не стоит. Ой, такое несчастье, кто бы мог подумать. На твой-то Тузенбах где был? То он всю ночь брежет, хоть цветы их выносит, спать не дает. Тузенбах? Да пес это мой. Я вон из того дома, сосед Татьяны Ивановны. Не брешет, он лает. Не на вы кого, на чужих. Это сторожевой пес, понимать надо. А чё ж твой пес драгоценный даже не почесался, когда грабители в дом лезли, а? Михаил Николаевич? Да, действительно. Ну, да худо ему было, худо. Все утро пролежал. Вентилятор сказал, что отравился. Ну, промыли там, капельницу поставили. Более-менее оклемался. Хорошо. Понятно. Извините. Заходи, садись. Чего опаздываем? В лаборатории задержали. Все, проехали. Так, что мы имеем? Тройное убийство. Труп в доме Окуневой. Удалось идентифицировать? Да. Андрей Горюнов, 95-го года рождения. Так. Местный. Его отпечатки есть в базе. Дважды привлекался. Оба раза за грабеж. По последнему эпизоду получил 3 года. Отсидел. 2 месяца назад освободился и устроился разнорабочим на мебельную фабрику. Да, есть еще один комплект пальчиков, который совпадает с отпечатками парня с библиотеки. Савушки. Вот, да. Вот, так что получается, что они Окуневу вместе грабили? Думаю, да, товарищ полковник. Окунева собирала деньги на ремонт дома и как раз собиралась на несколько дней уехать. А Савушкин и Горюнов об этом узнали. Ну, тогда уж, скорее всего, Горюнов, раз уж он местный. Держи. Ну, возможно. Так или иначе, они вступили в сговор. А Савушкин сказал своей тетке, что он поедет в сельхозакадемию. А сам, получается, в этот момент отправился на грабеж, так? Он приехал в город, очевидно, чтобы встретиться с Горюновым и с ним вместе отправиться в дом к Окуневой. А перед этим на станции Савушкин купил дорожную сумку, ну, чтобы сложить туда награбленное, и 0,5 кило говяжьей печенки. Печенку зачем? Чтобы собаку подманить. У соседа Окуневой сторожевая собака. И вечером кто-то ее накормил снотворным. Я разговаривала с ветеринаром, есть отчет, покажи. А, я понял. Да, вот смотрите, следы сильнодействующего седативного препарата. А Савушкин вырос у деда в охотхозяйстве. И учился на ветеринара, зная, как с собаками обращаться. Да я так понимаю, с охотничьим ножом он тоже прекрасно знает, как обращаться. Именно. Именно, товарищ полковник. Мы предполагаем, что Савушкин убил Окуневу, затем своего подельника, прихватил награбленное и отправился в город. Куда отправился, неизвестно, но в районе центральной площади он наткнулся на полицейский патруль. Испугался и спрятался в библиотеке. Там на задней двери такой замок, что даже ребенок может открыть. Ну, хотел отсидеться. Угу. Там же и скончался, да? От полученных в драке травм. Гликерий, как-то у тебя вот складно все так получается. Ну, связи между Савушкиным и Горюновым не выявлено. Но мы над этим работаем, товарищ полковник. Подождите. А сумка? Ты же мне сказал, что он приобрел сумку, так? Ну да. Ну хорошо, ладно. Орудие убийства он мог скинуть по дороге. Сумка где? Ну, может, Савушкин спрятал ее куда-нибудь. Может. А может, он ее кому-то передал? И тогда? Получается, что в деле есть еще один участник преступления. Получается. Или заказчик. Ну, или заказчик. Вырос на границе с Монголией. В седле научился ездить быстрее, чем пешком ходить. Летом живет с дедом-шаманом в юрте на пастбище. Тот его поит кумысом, учит понимать животных и птиц. И вот, став достаточно взрослым, он отправляется... Разорять Рязань. Почему Рязань?
Ну, вы сказали, тема разорения Рязани Батыя. Мы же про Батыя говорим. А, нет, нет. Я говорю вот про этого молодого человека. Сегодня утром его труп нашли в нашей библиотеке. Ну, я думаю, об этом вы и так уже все знаете. Полиции нужна любая информация о нем. Где был, с кем был, что делал. Поспрашивайте знакомых своих. Может быть, кто-то что-то видел, слышал. Если с полицией общаться нет желания, то, пожалуйста, я к вашим услугам. В доме Окуневой есть еще комплект следов и отпечатков, которые пока не удалось идентифицировать. А, скорее всего, это мужчина, который носит обувь 43-го размера. Для нашего климата, ну, довольно-таки экзотическую. Что значит экзотическую? Ну, так и марта, снег, слякоть. Да я в курсе. Ну, народ в ботах ходит. А у этого остроносые ботинки на гладкой подошве. Возможно, что-то вроде Оксфордов. Ну, то есть не сторож и не соседи? Ну, так и... Сторожа и соседи мы проверили. А, так, вот, и еще... С места преступления были взяты образцы волос. Предположу, что этот наш неизвестный мужчина, сидеющий брюнет, закрашивающий седину. Так, погоди, а может быть, этот сидеющий брюнет, закрашивающий седину, это третий участник ограбления? Ну, почему нет? Ведь он же мог забрать все награбленное. Так? Телефон Савушкина. Погодите, так это может быть он их... завалил? Нет, судя по расположению тела и следам в помещении, и Окунева, и Горюнова убил Савушкин. Ну тогда он мог воспользоваться этой ситуацией. Он мог познакомить Савушкина и Горюнова и вообще придумать это преступление. Я знаю, кого мы ищем. Ну все, давайте. Давай до завтра. Давай. Пока. Все. Фух. Нет, ну нужно брать себя в руки, Виржиния. Я тебе серьезно говорю. А то начну есть булки каждый день, а к весне я превращусь в толстую неврастенничку. Антон! Антон! Антон Савушкин! Нет, ты не Антон. Как ты догадался? Ты шапку задом наперед надел. Там. Вышивка спереди должна быть. Хм. Да? А я не знал. Да и откуда я мог это знать? Я ж не бурят. Я там и не был никогда. Это же очевидно. Шапка. Шапка была надета задом наперед. Этот парень никогда не жил в Бурятии. Это не Савушкин.
Выдвигайся в антикварный магазин, присмотри за Валерием Христофоровичем. Только внутрь не заходи. Я через полчаса буду. Чего, Лик? Я тебя не слышу. Связь пропадает. Я не в городе. Надо было кое с кем поговорить. Тут связь плохая. Алло, слышишь меня? К антиквару езжай. Присмотри за ним. Я скоро буду. Короче, я сделаю все. Давай. Давай. Пойдемте. Привет. Здорово. Слушай, не знаешь, Гликерия у себя, я дозвониться никак не могу. Слушай, она где-то за городом, там связь поганая. Понятно. А когда вернется, не знаешь? Без понятия. Слушай, бежать надо. Да-да, конечно. Ты, если увидишь ее, передай, чтобы со мной связалась. Это важно. Конечно, без проблем. Все. Данил Андреевич, я кофе свежий сварила. Будешь? Нет, спасибо, у меня чай. Так я и кофе-то не пью. Я думал, что вы вообще тоже. Вот сегодня пришлось. Всю ночь не спала, теперь проснуться не могу. Да, голова ватная. А про цвет лица вообще промолчим. Да, тут я вас понимаю. Но ты-то еще молод, бессонницей страдать. Вот лет через 30 мы с тобой поговорим. Я, кстати, понять не могу, а вот как ты, Даниил, после всего можешь тут ночевать? Ой, ну ладно тебе. Я знаю все, что происходит в моей библиотеке. Единственное, чего я не знаю, это почему... Неважно. Захочешь, сам расскажешь. А то получается, что я лезу не в свои дела. Хотя я очень давно хотела тебе предложить. Секундочку. Сейчас, секундочку. Так, 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 так. У меня есть домик неподалеку. Я им не пользуюсь. Как только решишь, можешь туда переехать. И не благодари. Я же никогда себе не прощу, если тебя прикончат эти библиотечные воры. Олимпиада Георгиевна, библиотечные воры бывают только в детективных романах Царёва. Ну да, у Царёва не такое бывает. Но, кстати, вы очень легкомысленно к этому относитесь. Самые ужасные преступления происходили как раз в библиотеках. Ну да, я вот вчера по интернету смотрела. Так это же просто кошмар. В Торонто в прошлом году ценных изданий из библиотеки вынесли на 4 миллиона долларов. Я вас умоляю, ну, у нас такая сумма не наберется, даже если все книги из библиотеки вынести вместе с нами. А в 2020-м в Штатах сожгли библиотеку с двумя сотрудниками. Ну, так это ж в Штатах. Это верно. Дикая страна. А знаете, врачи вообще не рекомендуют в интернете сидеть перед сном. А чтение книг, наоборот, успокаивает нервы. Да? Да. Давайте посмотрим, что тут у вас. Так, царь Батый разъярился и тотчас велел убить благоверного князя Федора Юрьевича, а тело его велел бросить на растерзание зверям и птицам и другим. Нет, знаете, честно говоря, мало успокаивает. Ребята, ну, честное слово, ну, у меня бессонная ночь и нервы. Пропустите. Что, ко мне? А, да, вы же просили поспрашивать насчет этого парня. Так, и что? Ну, вот Артур его вроде видел. Ну, лицо я не рассмотрел, у него шапка была на лицо надвинута. Да, вот как в распечатке написано, такая же. Да, и тулуп тоже, только потом вместо него оказался ворон. Артур, а вы Данил Андреевич, да? Никитос про вас рассказывал. Артур у нас фанат Пушкина теперь. Поздравляю. А, так а что с вороном-то? Ну, мы его пока у себя держим. А у себя это где? В кафе. Угу. А Артур официантом работает в кафе, которое на Московском шоссе. Ну, на выезде из города.
Ага. Так, понятно. Поехали. Куда? Как куда? Ворона смотреть? Давайте, поехали. Погнали. Вот тут он сидел, за столиком этим. Парень этот. Я на него сразу внимание обратил, что очень необычно он был одет. У нас так никто не одевается. И вел себя странно. Странно это как? А у нас к пельменям подается масло. Так он это масло бухнул в чай, еще и соли сверху насыпал. А, так это не странно, это нормально как раз таки. Монгольский чай называется. В балете все так пьют. Как это можно вообще пить? Привычка как. Так, ну и что, этот парень, ты говоришь, пропал? Да, я счет выношу, а его нет. Я туда-сюда мужиков у входа спрашиваю, может, кто выходил. Ну и чем вы, мужики? Никого не видели, и у служебного входа тоже никого не было. Он просто взял и исчез, а потом вместо него появился ворон. Где он, ты говоришь, сейчас? Ну, там, в подсобке. Ну что, вы узнали его? Этот человек приходил к Татьяне Ивановне? Да не знаю я. Знаете, вроде похож. Но сейчас темнеет рано, а он вечером приезжал. Да и не присматривалась особо. Как бы раньше знать. Простите вы, что я не смогла вам помочь. Все хорошо, вы нам очень помогли. Поезжайте в отдел, а мы здесь закончим, приедем и оформим ваши показания. Угу. Пойдем. Я был бы рад помочь вам в расследовании, но, увы, мне больше ничего не известно. Эту даму... Окуневу. Да, вот Нина Львовна помнит куда лучше меня. Молодой человек, положите на место. И ничего не трогайте здесь без моего разрешения. А что касается вечер среды, повторюсь, весь вечер я был здесь, готовил товар для отправки клиенту. Нина Львовна вам это подтвердит. Да-да, все верно, все подтверждаю. Валерий Христофорович отпустил меня около 11 вечера, а сам оставался в магазине. Валерий Христофорович, а вы не могли бы с нами проехать в отдел? Для чего, позвольте узнать? Оформить ваши показания, снять отпечатки пальцев. Отпечатки? Ну а чего вы испугались-то? Это стандартная процедура. Просто, чтобы вычеркнуть вас из списка подозреваемых. А, прошу простить, но я не могу оставить магазин. И вообще, я во всем привык соблюдать правила. А правила, если не ошибаюсь, таковы. Для того, чтобы получить мои биометрические данные, вам необходим ордер. Либо вы можете дать их добровольно, чтобы облегчить работу следствия. Увы, вынужден вам отказать, Гликерия Васильевна. Ну, подумайте сами. Вдруг, не дай бог, конечно, кто-нибудь взломает вашу базу данных. И они попадут в руки каких-нибудь мошенников. Ведь всякое случается. Согласны? Что ж, спасибо за уделенное время. Если что-то вспомните, сообщите. Непременно, Гликерия Васильевна. Все непременно. До свидания. До свидания. Пойдем. До свидания, молодой человек. До свидания. До свидания. Непременно сообщу. Нина! Я здесь. Нина, сегодня ты отдыхаешь. У меня инвентаризация. Все. Иди. Иди. Угу. Я думаю, это он обокрал эту Окуневу, а потом и грохнул их обоих. Иначе чего он боится отпечатки пальцев снять? Что думаешь? Нет. Не думаю, что он убийца. Труслив слишком. А для организации ограбления личное присутствие не требуется. Антиквар мог нанять Горюнову и Савушкина, а сам провести вечер в магазине со своей помощницей, чтобы алиби себе обеспечить. А раз есть алиби, ордера нам не видать. Не, конечно, мы можем его задержать на 48 часов, но не факт, что он расколется. И тогда Левитин нас собак спустит. До свидания, Валерий Христофорович. До свидания, Ниночка. До свидания. Приятного вечера. И вам. Слушай, а это не его помощница?
слишком рано для окончания рабочего дня. Я по поводу вашего заказа. Я готов отдать товар сегодня. Чем скорее, тем лучше. Вот он. Аспид. Ну, вот чистый аспид. А? Почему аспид? Да вылитый дед мой. Тот, когда выпивший был, вот точно так же глазами зыркал. А бабка вокруг бегает и все кричит. Ну что, опять напился? Аспид. Ну, вот точно аспид. Ну, смотри, а. Мне прям мороз по коже. Ну, все же вы его у себя оставили. Ну, тварь живая-то, на мороз не выкинешь. Да ему тут тепло, светло, мухи не кусают. Вон, девчонки его с кухни подкармливают, да? Угу. Ой, ладно, будет время. Отвезу к ветеринару, пусть там посмотрит, подлечит. Может, даже пристроит. Подлечит? Ну, крыло у него. Похоже, его кто-то уже пытался подлечить. И пахнет антисептиком. Скажите, а этот ваш пропавший посетитель, он один был? Может быть, подсаживался к нему кто-нибудь, крутился рядом? Я никого не видел. Может, Люська, а? Правда, ее сразу шуганула, как на стоянке увидела. Мне кажется, она даже внутрь не заходила. Артур, она в зале была? По-моему, нет, Кира Михайловна. Я прошу прощения, о ком идет речь? Ошивается тут одна. Кличка Люська Динамо. Мужиков на бабки разводит. Вот 2 месяца пропадала, а вот именно в этот день, в среду, вот как эта история с Аспидом приключилась, нарисовалась. А это куда? Сейчас выясним. Стой! Ты куда? Слушай, если Левитин собак спустит, вали все на меня. Гражданин, минуточку. Старший оперуполномоченный Филатов, пройдемте со мной. Куда я? Никуда не пойду. Ты орешься. За что? Я ничего не сделал. Это произвол. Позвольте, портфельчик. Это ошибка. Недоразумение. Я не имею никакого отношения ни к грабежам, ни к убийствам. Садитесь, Валерий Христофорович. Садитесь. Валерий Христофорович, эта вещь найдена у вас при задержании. Соседка Окуневой опознала ее, как пропавшую скатерть с изображением женщины в короне. Женщины в короне? Соседка не специалист. Ей простительно перепутать женщину и Буду. Ага. Главное, что она подтвердила, что эта скатерть принадлежала убитой Окуневой. Теперь вопрос. Откуда эта вещь у вас? И почему в доме Окуневой отпечатки ваших пальцев? Ликерия Васильевна. Так вы не торопитесь, пожалуйста. Не торопитесь, подумайте хорошенько. Вы же не глупый человек. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что сотрудничество со следствием выгодно в первую очередь вам. Я готов сотрудничать. Но я вынужден повторить, все это недоразумение. Я никого не грабил, никого не убивал, не организовывал преступных группировок. Как это вы называете? Но вы же были в доме Окуневой. Был. Но не для того, чтобы грабить и убивать. А для чего же вы приезжали-то? С корыстной целью. Mm. Вся вина моя в том, что я покупаю художественные ценности по цене ниже рыночной. И перепродаю. Окуневой я заморочил голову. Ну, как это у вас называется? Ввел в заблуждение. И все. Окунева сама ко мне пришла, принесла Буду, чтобы я его оценил. Ну, того Буду, которую вы потом приносили ко мне. Это брат из Монголии привез. Он очень ею дорожил. Я бы не продавала, но ремонт стоит 80 тысяч, а пенсия 12. Вынужден вас расстроить, уважаемая Татьяна Ивановна. Это вещь старая, да.
Ну, не старинная, увы, не уникальная. Максимум, что могу за нее предложить, это... 3000 рублей. Ну, брат говорил. Увы, он, боюсь, преувеличил ценность этой статуэтки. Ну, так что вы решили? Ну? Я не знаю. Мне надо подумать. Ну, думайте, думайте, да. Не торопитесь, надумайте продавать. Милости прошу. Секундочку. Вы позволите? Это тоже ваш брат привез из Монголии? Да. Очень красивая вещь. Есть еще один такой же, побольше, с похожим орнаментом. Я его как скатерть использую. Брат тогда целый чемодан подарков привез. Вот платки вот эти, покрывала, фарфоровый чайник, вазу, монеты. Монеты? А вы не захватили их? Я бы взглянул. Вы знаете, среди них иногда попадаются по-настоящему ценные экземпляры. Стоимость их достигает иногда 100 тысяч. А я не знала. У меня к вам предложение, дорогая Татьяна Ивановна. Что, если я на неделю заеду к вам взглянуть на монеты? Молодой человек, вы что-то хотели? Нина Львовна, займитесь молодым человеком, будьте добры. Да, конечно. Проходите, пожалуйста. Что вы хотели? Что, если я к вам заеду в понедельник или во вторник? Вам будет удобно? Ну, я во вторник утром должна уехать, а вернусь только к выходным. То, что Окунева принимал за платок, на самом деле было тканкой. Чем простите? Ну, что-то вроде тибетских икон, но не на доске, а на бумаге или на ткани. Роспись, живопись, штампованный рисунок. Это ценные вещи? Весьма. Даже современная тханка ручной работы стоит не менее 50 тысяч. А те, которые у Окуневой, каждая не менее 300. А Окунева не подозревала, что этот платок стоит столько же, сколько ее домик. Что было дальше? Дальше я приехал к ней в понедельник, как договаривался. Заплатил ей 25 тысяч рублей за какие-то монетки, которым красная цена в базарный день 5 копеек. Я правильно понимаю, вы это специально сделали? Для отвода глаз. Чтобы отвлечь внимание от реально ценных вещей. Да. Она обрадовалась и сама предложила с радостью продать эти тханки. Ну, разумеется. Да. Она же считала это, что просто платок и скатерть. Клянусь, я все сказал. Я готов помочь следствию. Прекрасно. Валерий Христофорович, вам знакомы эти молодые люди? Боюсь, что нет. Понимаете, простите, у меня плохая память на лица. Я думала, у людей вашей профессии прекрасная память. Это память на некоторые вещи. Я вот, например, могу вам с легкостью описать узор мейсонской чаши, которую продал 30 лет назад. Но лица... Может, у них есть какие-то особые приметы? Увы, примет нет. Но есть особенности в поведении. У этого молодого человека нервный тик. Подождите. Да-да. Тик, вы сказали? Тик. Припоминаю. Молодой человек, вы что-то хотели? Нина Львовна, займитесь молодым человеком, будьте добры. Да, конечно. Проходите, пожалуйста. Ну что, закончили? Да. Кофе хочу. Умираю. Тут это... Что, выпил весь кофе? Да нет. Мать Савушкина. Где? В кабинете.
Ладно, я пошла. То есть вы не знаете, в какой точный день Антон улетел? Дедушка его провожал, я не ездила. Ариана Степановна, ну а друзей сына вы же хорошо знаете? Ну, знала, да. Они и к дедушке с друзьями приезжали. Угу. Вот этот парень вам знаком? Нет, не видела. Внимательнее посмотрите. Андрей Горюнов. Не знаю такого, нет. Она даже не знает, когда сын улетел, представляешь? Ни про ТИК, ни про инсульт, ни в курсе. Я спрашиваю, ваш сын в больнице лежал, он болел? Она говорит, не лежал. А если болел, то его дед лечил. Мать Савушкина сказала, что он бубном помахал, побил, с духами пообщался. И сказала, что он не поедет, зачем деньги зря на билет тратить, когда с внуком все в порядке. Да, в морге лежит, а так все в порядке. Ладно, Жень, мы поехали. Давайте машину пройдем. Как звать? Доктора? Его как звать? Имя надо, чтобы проводить. Ариана Степановна, я не совсем понимаю. Это же Антон, ваш сын. Нет, Антон живой, другой парень. Погодите. Ваша заловка его опознала. Это что, не Антон? Нет, этот я не знаю кто. Никогда раньше не видала его. Полиция, пришлите, пожалуйста, наряд в библиотеку. Да, и сапера. Возможно, здесь взрывчатка. Лика, может, тебе спирта плеснуть 30 грамм? Давай. Ром, да ты что, я же на работе. Точно. А то вот смотри, у меня есть. Так, если это не Савушкин, то кто? Если непонятно, кто у тебя в холодильнике там лежит. Где Савушкин? Черт его знает. Впервые с этим сталкиваюсь. Тетка же его опознала, как так? Да тетка его один раз в жизни видела. И слезы, нервы, зрение плохое, так что... Ага, а воображение хорошее. А еще у него все лицо в ссадинах. Так что могла не узнать. А мы по всему городу носимся с ориентировкой, на которой непонятно, чье фото. Ой, Левитина живьем съест. Главное, непонятно. Непонятно, как теперь тело идентифицировать. В базе отпечатков нету его. А по медкарте искать — это как иголку в стоге сена. Почему? С его диагнозом хорошие шансы. У него же был венозный инсульт. Да, я помню. Ну как это нам поможет? Ну, во-первых, это довольно редкое заболевание. Особенно у мужчин, особенно младше 40. А во-вторых, человек, перенесший венозный инсульт, должен несколько лет, а иногда и пожизненно, принимать рецептурные препараты, половина из которых проходит по спискам предметно-количественного учета. То есть строгая отчетность и номерные рецепты. Если запросить список пациентов
которым назначались эти препараты, можно идентифицировать нашего парня. Точно! Чуть-чуть? Не надо, спасибо. Все, давай. Ась, ты что, с ума сошел? У меня чуть сердце не разорвалось. И не надо мне говорить, что у меня нет сердца. Все у меня есть. Это ты с ума сошла. Ну, какая взрывчатка? Всю полицию ведь на уши поставил. Такая взрывчатка! Там же ведь даже адреса нет. Это книга, которую ты сама заставила меня взять. Вот принес, хотел вернуть. А просто прийти и сдать, как нормальный человек, ты не мог? Или я так тебя обидела, что ты даже на глаза мне не хотел показываться? Я не хотел. Ты же сама меня прогнала. Да, прогнала. Потому что ты курил втихаря. И не прогнала, а отправила домой. И книгу хорошую дала почитать. И сказала, чтобы ты возвращался, когда окончательно бросишь. А ты? Ну что ты тут устроил? Трагедии малых народов Севера. Ну что ты прям как с мальчишкой со мной? Прогнала, позвала, кури, не кури. Мне это, знаешь, тоже не надо. Так, подожди. Так это ты был? Что я? Где? Это ты за мной следил? Ну, там вот у окна и потом по дороге домой. Ты не следил я вовсе. Ну, я приглядывал просто. Не приглядывал. У вас тут трупы горой. Пока разберутся там, кто кого за что прикончил, небезопасно. А я все-таки полицейский, хоть и в отставке. А ты женщина слабая. Угу. А собачка твоя, Вирджиния, только лаять громко умеет. А случись что? Вон оно что. Ну, хорошо. Пошли. Чего ты стоишь? Пойдем, домой будешь меня провожать. Ой. Вот он. Нашла. Рогов Павел, 2001 года рождения. Местный, живет в пригороде. Состоял на учете по делам несовершеннолетних. Ну, не задержание, не судимости, да? Ну, поэтому и в базе нет. А еще Рогов подрабатывал грузчиком в том же мебельном цехе, в который устроился Горюнов после отсидки. Ну, прекрасно они были знакомы. Получается, Рогов услышал в антикварном магазине, что у Оконевой дома есть ценности, что она уезжает. И сговорился с Горюновым, чтобы ее обнести. Слушай, ну все четко сходится. Только непонятно, при чем здесь Савушкин тогда. Да. Ну, с этим мы завтра разберемся. Давай по домам сейчас. Лика! О, Данил, ты ко мне? Что срочное? Тебе не передавали? Не, ничего не передавали. У нас, представляешь, сегодня не день, а какой-то Содом и Гоморра. Все носятся как не в себе. Оказывается, Савушкин — это вообще не Савушкин. А в библиотеке другой парень умер. Я знаю. Откуда? Собственно, об этом я и хотел с тобой поговорить. Пойдем. Ага. Шапка была надета задом наперед. Для бурят это все равно, что штаны на голову натянуть людям на смех. Там вышивка спереди должна быть. Рогов этого не знал. А я не сразу понял. Ну, понял же. Надеюсь, что Савушкин еще жив, и осталось нам его только найти. Слушай, а Рогов же мог его встретить в кафе для дальнобоев? Нет, исключено. Я спрашивал, рядом с Савушкиным никого не было. Только возле входа крутилась какая-то Люся Динамо. Люся? А ты чего сразу не сказал? А ты ее знаешь? Да, конечно. Это наша местная знаменитость, Люся Динамо. Она гастролирует по области, знакомится с мужиками, кормит, поет и обирает их. И возле кафе она не случайно крутилась. Все. Взяли Люську на квартире у ее подельника Копылова. Он как раз таксует на станции. Вот вещдоки. Так, вот этот. Телефон Савушкина. Мать подтвердила. Так что все, не отвертится. Ничего себе, лов. Ты представляешь, набомбили за неделю. Это хорошо, еще в скупку не успели все отнести. Телефон, изъятый у вас на квартире, принадлежит гражданину Савушкину, который находится в розыске. Чем быстрее мы его найдем, тем лучше для вас. Убойное дело. 3 трупа.
Так, не раздражайте меня. Где подцепили Савушкина? Да в продуктовом я его срисовал на станции. Там закупался, бабками светил. Куда он из магазина пошел? На станцию и пошел. Я предложил подвезти его. Ему в Китежское надо было. Туда электричка только через 2 часа стартовала. Все, он в тачку прыгнул, даже не торговался. О чем по дороге разговаривали? Что-то он в институт куда-то опаздывал, что ли. Я не знаю, я не слышал особо. Все, Люське сказал, чтобы в кафе ждала. Этому, говорю, заправиться, мол, надо. Посиди там, поешь, я обернусь по-быстрому. Что в кафе было? Хозяйка мне на входе заболела, разоралась. Ну, пришлось свалить. Так, Люся, не трать мое время. Да я все как есть говорю. Я же говорю, постояла, подождала, пока хозяйка уйдет. Потом вошла через заднюю дверь, пока она не видит. Ну, а он там уже сидел, чай пил. Ну, пока он отвернулся, я там это чик-пик, ну, типа мимо проходила. Машину к задней двери подогнал и вывел этого парня. Так тут уже вообще не в Минько был. Ну, я Люське помог машину затолкать его, конечно. А где Рогов был? Какой Рогов? Не знаю такого. Ну, сколько вдвоем работаем? Слушайте, я только таксую. Люське все делает. С нее и спрос. Колька ему карманы почистил, деньги, телефон. Не-не, документы я сроду не брал. Стремно, да и не по-пацански как. Не, вообще не подумайте, мы так-то лишнего не берем. Мы даже мелочь на проезд оставляем, чтобы человек мог до дома добраться. Шмотки, ну да вы что, мы сроду шмоток не брали. Тогда как его тулуп и шапка оказались у другого человека? Я же говорю, это не мы. Мы когда его высадили, он вообще в порядке был одет. Где вы его высадили? На 42-м километре, рядом со станцией. У него же билет был на электричку через час. А за этот час он вообще должен был уже, ну это, оклематься. Ну вообще, в порядке был, ну честно. Дача Окуневой и Китежская находятся на одной железнодорожной ветке. Людмила и Копылов высадили Савушкина на 42-м километре. А я посмотрел расписание. В 21:10 там есть одна электричка, которая идет от 42-го километра до Китежского. Окуневу и Горюнова убили в 8:30 вечера. От дома до станции это 10 минут пешком. Значит? Значит, Рогов и Савушкин на станции появились одновременно. У Рогова вся одежда была в крови. Если кто заметит, сразу заметут. Поэтому он по дороге на станцию скидывает с себя куртку, нож, кстати, тоже, и оставляет только Будду. Слушай, надо ребят туда отправить, пускай все прочешут еще раз. На улице мороз, и долго в одной рубахе не побегаешь. Поэтому Рогов достает себе новую куртку самым, так сказать, элементарным путем, снимает с другого человека. А Савушкин, он же не в себе, под Колфелином, но милое дело. И Рогов по билету Савушкина садится на электричку, едет, но по дороге ему становится плохо, он выходит на товарный, а это в 2 шагах от библиотеки. Вопрос. Куда делся Савушкин? Даниил! О, Лев Ларионович. Приветствую, приветствую. Ехал мимо. Дай, думаю, загляну, может, пришел уже мой вестник. Да, пришла ваша книга. Вот, держите. Вестник судебной психиатрии. Прекрасно, прекрасно. Это должна быть статья Добровицкого. Очень ждал ее. А, и есть. Есть. Ну ты как, Даниил? Жалобы есть? Да все хорошо. О, прекрасно. Тем не менее, на следующей неделе найди время. И заверни ко мне в клинику. Договорились. Тут в полиции интересовались твоим наградным пистолетом. Я, конечно, подтвердил, как и обещал, но... Я вам за это очень благодарен. Я пон... О, извини. Да. А, нет никаких процедур пока. И строгий постельный режим. Да. А, пока не забыл. Пациент, которого вчера привезли. Биохимию сделайте ему. И результат сразу ко мне в кабинет.
Карта оформлена на фамилию Гессер. Гессер. Да, вот так. Да. Ох, извини. И, извини, там сложного пациента из района перевели. Странная история. Нашли случайно в жутком состоянии. Парню повезло, что жив еще. У него целый букет обморожения, пневмония. И все это на фоне медикаментозного отравления. А отравление развивается не по классической схеме, а дает парадоксальную реакцию. Врач районный за голову схватился, чуть не в слезах мне звонил. Ну, я его понимаю, дело сложное, как диагностировать. Главное, какое лечение назначить. Еще, слава богу, доставили вовремя. Ну, надеюсь, необратимых изменений не будет. Там будем разбираться потихоньку. Впрочем, тебе все это неинтересно. Подожди, о чем мы говорили? О том, что я должен к вам приехать. А мне вот про пациента как раз-таки очень даже интересно. Как вы сказали его фамилия? Понятия не имею. Ну, он поступил без документов. Ну, вы же назвали какую-то фамилию, на которую карточка оформлена. Это не фамилия. Это самоназвание. Человек бредит. Называет себя Гессер. Карту оформлять надо. Так что пока побудет Гессер. А почему это тебя занимает так? А это занимает не только меня, Лев Илларионович. Уж поверьте, не только меня. От поисковой группы новостей нет? Работают. Но там лес вокруг железной дороги. Пойди все причеши. Ну, а свидетели, местные жители? Какие свидетели? На этом полустанке днем-то никого, а уж ночью. Деревня, они спать там ложатся в 8 вечера. Давыдова, слушаю. Я практически уверен, что нашел Савушкина. Мне надо, чтобы вы подписали протокол. Вот. Возьмите, пожалуйста. Выздоравливайте. Всего доброго. Как ты догадался? У Ворона в кафе было сломано крыло. Ну, видимо, Савушкин его где-то на улице подобрал. А ты сама говорила, что воспитывал Савушкина дед, которого местные считали шаманом. И что, шаман Ворона превращается? Это говорил я, но все-таки уверен, что это невозможно. Так вот, коренные буряты уважают традиции. По этим самым традициям обижать воронов нельзя. Потому что те являются предками 9 шаманских родов. И бросить раненую птицу он не мог. Ну, конечно. Видимо, он взял его, чтобы подлечить. И пока суд до дела... В учебную часть опоздал. И вместо академии оказался в кафе для дальнобойщиков. И оттуда он пропадает. А, и остается от него только сумка с вороном. Ну, теперь понятно, зачем он сумку покупал. И печень. Вороны предпочитают сырое мясо. А при чем тут Гессер? Гессер. Гессер. Один из главных персонажей монгольской и бурятской мифологии. Небесный всадник, покровитель воинов, защитник людей, очищает планету от чудовищ-мангусов и всякое такое. О, как? Да. А про Гессера сказки, кстати, детям до сих пор рассказывают. Соответственно, дед Савушкина ему об этом тоже рассказывал. А мать говорила, что дед его в детстве Гессером называл. Гессером. Ну, вот видишь, соответственно, когда Савушкин бредил, он себя так тоже называл. Слушай, пойдем кофе выпьем, а? Пойдем. И драники. Тогда Жуковский. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Ну, хоть что-то хорошее Шахнович сделал. Ты что-то полезное из его материалов вычитал? Нет. Я про драники. Если бы не Шахнович, мы бы об этом месте никогда не узнали. А материалы его мусор. Жаль. Мне тоже. Слушай, Данил, а тебе было бы легче, если бы выяснилось, что ты ни в чем не виноват, а твой друг наркодилер и подсаживает молодняк на героин? Извини, пожалуйста. Наверное, нет. А ты отсюда куда дальше? В отдел. Тетка Савушкина должна приехать. Надо показания уточнить.
Надеюсь, что с ней уже все хорошо, потому что после опознания с ней приступ случился, даже скорую вызывали. Чувство вины? Ты про приступ? Я про ошибочное опознание. Вина искажает восприятие реальности. И мы начинаем видеть то, чего нет на самом деле. То, чего боимся. Одна достоверная деталь, и воображение дорисовывает все остальное. Она боялась, что с ее племянником случилась какая-то беда. И испытывала чувство вины, потому что отпустила его одного в город. Ну а дальше ей показывают тело, и вуаля! Она видит свой самый страшный кошмар. Мертвого племянника. Антон. Опять обознался, Дань. Ну в который раз? Сам же рассказывал своей подруге, как работает чувство вины. Человек видит яркую деталь. И достраивает общую картину так, как эта самая вина подсказывает. Убери вину, Даня, и ты увидишь, что шапка надета задом наперед. Шапки. Нет. Шапка есть. И надета задом наперед. Это же очевидно. Это был не Кронос. У Кроноса татуировок не было. На корте застрелили кого-то другого.